Если вам нравятся аудиокниги или аудиопередачи, ознакомьтесь с бесплатной пробной версией Adobe. Просто нажмите на ссылку в описании. Добро пожаловать в Майншек. Это ваш ведущий Брюс Магуайр. И сегодня мы наконец-то взглянем на полное и безоговорочное разоблачение теории относительности Эйнштейна в простых для понимания терминах легендарной коровы Run Z. Я упоминал о том, что Ранзет Као разобрал и развенчал теорию относительности Эйнштейна во многих подкастах, посвященных логике и физике, а также различным дискуссиям. И люди просили полностью разобраться в этом, и сегодня мы подходим к этому. Я бы не назвал это революционным в мире науки и физики, но для тех, кто безнадежно погружен в культ саинтизма, где они поклоняются в церквях теории относительности и специальной теории относительности, где они фактически отказываются от всякой науки, логики и разума, чтобы сохранить веру, они могут, возможно, это покажется вам очень шокирующим и провоцирующим. Но для тех, кто в курсе, я хочу сказать, что теория относительности Эйнштейна все равно не была принята с самого начала. Сотни ученых с разным опытом и в разных областях даже подписали петиции против принятия теории относительности. И примерно сто лет назад, я имею в виду, многие люди даже не знали о соперничестве между теориями Николы Теслы, на которой у него есть сотни и сотни патентов. Все это работает. И мы общаемся с помощью беспроводной технологии, основанной на его теориях и экспериментах, а также теории относительности Эйнштейна, которой у нас нет. У него не было ни одного реального изобретения, которое работало бы в соответствии с его теориями. Сейчас логическая ошибка овеществления заключается в том, что многие приверженцы сциентизма и культа, поклоняющегося авторитетам, могут только извергать то, чем им промыли мозги в центрах идеологической обработки. Они могут только сказать, о, все работает в соответствии с теорией относительности. Или это была обратная инженерия, чтобы все выглядело так, будто это работает, хотя на самом деле это не так. И я, конечно же, Брюс Магуайр, присутствующий здесь на Миншак, главная цель здесь вернуть логику и здравый смысл в мир, где они быстро вымирают. Таким образом, люди с самого начала знали о мошенничестве теории относительности. Я имею в виду, что, конечно же, существует мистификация 1919 года. Теперь об этой мистификации, о которой многие люди не знают, я имею в виду, что на самом деле я выкладываю фрагмент этого онлайн-шока из более длинного подкаста. Но это Эдингтон выдумал, что он мог каким-то образом получить данные о затмении, и это каким-то образом доказывает правильность теории относительности. Никто ничего не перепроверял. Они просто поверили на слово этому парню Эдингтону, в 1919 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике за теорию относительности благодаря этому мошенничеству. И Эдингтон не признавал этого мошенничества до тех пор, пока ему не исполнилось 27 или около того в конце 20-х годов, когда он сказал, что очевидно даже не существует технологии, позволяющей получить предполагаемые данные о затмении, что Эдингтон каким-то волшебным образом доказал теорию относительности. Я имею в виду, что все это такая очевидная мистификация, но те, кто поклоняется на алтаре сциентизма, просто рассматривают это как богохульство и полностью игнорирует все, сохраняя веру и религию сциентизма, которая в настоящее время основывается на теории относительности. Как всегда, если вам понравился подкаст, вы нашли его интересным и информативным. Вы можете сделать пожертвование на наш PayPal, чтобы поддержать канал и помочь нам выпускать больше потрясающего контента, в котором логика и здравый смысл стоят на первом плане в различных областях. Просто проверьте ссылку в описании. Вы также можете стать участником YouTube прямо здесь, на YouTube, чтобы получить доступ к эксклюзивным трансляциям и чатам только для подписчиков. Помогите поддержать канал таким образом. Ставьте лайки и делитесь ими в Twitter, Facebook, Reddit, Patreon. Клиенты получают приоритет при рассмотрении тематических обращений, логическом анализе совместном подкасте или запросах. Вы также можете быть гостем подкаста в зависимости от вашего уровня. Если вы не получаете уведомлений, просто убедитесь, что вы больше комментируете все подкасты. Похоже, алгоритм YouTube будет выдавать вам уведомления только в том случае, если вы много комментируете, независимо от того, включены ли у вас уведомления. И, конечно же, подпишитесь на канал. Распространяйте слово логики и здравого смысла. Если у вас есть вопросы, комментарии, но нет никаких предложений по разоблачению психики, оставляйте их в разделе комментариев. Просто предупреждаю, если вы не хотите, чтобы вас вызывали, вызывали на допрос по Даннингу Крюгеру, убедитесь, что вы понимаете основную логику, логические ошибки. И, конечно, вы, по крайней мере, на уровне понимания английского языка в первом классе, который, очевидно, недоступен многим людям, кто ознакомился с разделом комментариев. Хорошо, давайте перейдем прямо к делу. Давайте вкратце разберемся, кто управляет коровой, потому что многие люди даже не знают, кто этот парень. Итак, Корова на самом деле является лидером команды, завоевавшей золотую медаль на Академической Олимпиаде и инструктором не только по физике, но и по биологии и химии. Этот парень доминирует в трех областях на Академической Олимпиаде. Он занял первое место в национальном зачете по многим предметам и на Академических Олимпиадах. Он также неоднократно представлял сборную Канады на этой академической олимпиаде. Так что этот парень явно очень-очень одаренный ученый, который, как предполагается, не является академиком-шарлатаном. Он был достаточно умен, чтобы понять основы теории относительности и понять, что это за мошенничество. Так что это не какое-то случайное ничтожество в подвале своей матери, как утверждают приверженцы сциентизма. Я имею в виду, что это человек с высокой квалификацией. Он действительно набрал 90 баллов, а не только 99 процентиль. Он набрал 99,9 процентиля в МАЦ, тесте для поступления в медицинский колледж. Так вот, в настоящее время он работает преподавателем. Итак, у этого парня куча дипломов разных университетов, университетов Лиги Плюща по множеству различных предметов, а также золотой медалист Академической Олимпиады. Два золотых и один бронзовый призер. Серебро по трем различным предметам биологии, химии и, конечно же, по физике, о которой мы сегодня говорим. Совершенно очевидно, что это не какой-то случайный прохожий. Он опубликовал статью «Теория относительности Эйнштейна», «Теория относительности», «Великая ошибка», а также опубликовал эти видеоролики на YouTube, которые были просмотрены. На самом деле они были удалены с YouTube, но недавно комментатор подкаста Миншак действительно нашел повторную загрузку, так что они все еще живы. И я буду рад, сейчас я это обдумываю. И я, возможно, преувеличил, насколько простым является это видео. Для тех, кто не знаком с теорией относительности, физикой и основными научными методами, здесь есть несколько концепций, которые могут показаться немного запутанными. Теперь, конечно, я также упомянул Олега Д. Фоманко, математика, одного из величайших математиков всех времен, который полностью разрушает теорию относительности Эйнштейна с помощью чистой математики, но математика очень-очень сложная. Так что мы не будем вдаваться в уравнение Джеффа Менка и его полное игнорирование теории Эйнштейна и теории относительности, потому что это немного запутано. Но ран-Зет гораздо легче усваивается. Так что давайте сразу перейдем к делу. Здравствуйте. Сегодня я запускаю Кау, и это то же самое, что и в Хёртс Кау. И да, у меня есть имя, состоящее из двух частей. Сегодня я докажу вам, что теория относительности Эйнштейна является большой ошибкой. Что он бесповоротно непоправимо ошибается. А теперь, прежде чем я начну, я должен отметить, что я продумал лишь на несколько шагов больше, чем сделал Эйнштейн. Но, конечно, все мы знаем, что иногда великие открытия происходят из очень маленьких шагов. Эйнштейн проделал хорошую работу. Он взял уравнения Максвелла и объединил их с механикой, известной в то время. Хорошо, это хорошо. Проблема с тем, чтобы иметь что-то математически обоснованное, заключается в том, что в теории теория и реальность это одно и то же. Реальность любезно с этим не согласна. Итак, довольно приятный парень с самого начала. Он дает Эйнштейну некоторую поддержку, незаслуженную поддержку, конечно, но опять же цель всего этого — увидеть, насколько легко сектанты сциентизма, насколько доверчиво и легко поддаются всему, что исходит от авторитетов, как будто они не могут понять, что люди подвержены ошибкам. У присутствующего здесь Ранзи Кэлла достаточно мозгов, чтобы думать самостоятельно. И я собираюсь разложить это по полочкам и упростить настолько, насколько это возможно. Так что нам не обязательно идти по пунктам, ожидая, что все поймут каждое слово в наборах ИКАО. Возможно, я немного преувеличил, но он разбивает это примерно на третий или пятый класс. Я имею в виду, что, возможно, это немного больше похоже на уровень восьмого или девятого класса. Но я собираюсь изложить это еще проще, и общая суть здесь заключается в том, что были сделаны предположения, а когда вы этого не сделаете, в мире науки вам нужно на самом деле что-то доказывать. Вы не можете просто предполагать и накапливать предположения, а затем называть их богохульством. Как кто-то смеет подвергать сомнению эти предположения? Сейчас многие вещи, которые делают эти доверчивые тупицы, ученые и культисты, сводятся к тому, что они говорят, ну что же, если бы он был неправ, кто-нибудь бы это заметил. Но дело в том, что академический истеблишмент шарлатанов, особенно за последние сто лет, особенно в физике. Но на самом деле во всех областях никто на самом деле не перепроверяет фундамент, краеугольный камень, на котором все Построено. Так что если это похоже на карточный домик, то если нижний слой рухнет, то все, что построено поверх него, окажется ложным. Но здесь мы имеем дело с редкой породой коров Ранзет, у которых на самом деле хватает ума сказать: подождите секунду, подождите секунду. Это действительно звучит разумно. Так что давайте продолжим исследование. Вам будет показано, как именно реальность расходится с ним. А теперь мы должны отметить, что Эйнштейн был хорошим ученым. Он был храбрым человеком. Он осмелился выступить и заявить, что да, у нас должна быть теория относительности. Да, принцип относительности, конечно, верен. Только позже он допустил свои ошибки. Так что прямо здесь, конечно, Ранзеткао в определенной степени является частью истеблишмента. Потому что если он утверждает, что масса притягивает массу, а на самом деле это не так, то это не так на самом деле, насколько я знаю, электромагнетизм, теории Тесла и все такое. Он не ставит под сомнение массовое притяжение масс, но дело не в этом. Дело в том, как отчаянно приверженцы сцинтизма цепляются за теорию относительности, словно это их Библия. И корова Ранзи действительно хороша в ее разрушении, независимо от всех остальных факторов и того, как это связано с большим таков порядок вещей. Дело совсем не в этом. Речь идет о специфике, математике и парне, у которого на самом деле хватает ума не преклоняться перед теорией относительности, а вместо этого указывать на чертовски очевидные вещи. Но дело в том, что он был очень респектабельным человеком. Конечно, в таком случае, если есть ошибка, то ее исправление также должно быть респектабельным. Прошло 110 лет с тех пор, как он создал свою специальную теорию относительности и, по сути, проложил путь к своей так называемой общей теории относительности. В начале 2015 года я доказал, что теория относительности Эйнштейна должно быть ошибочной. Поэтому я отправил свои статьи в несколько крупных журналов и нескольким известным физикам, и именно эти названия я использовал. С тех пор эта статья была переименована в соответствии с изложением, что является большой ошибкой, теория относительности двоеточия. Так вот, в этой статье я доказал, что теория относительности ошибочна во второй статье «Превышение скорости света», которую я на самом деле написал ранее. Я точно продемонстрировал, почему современные ускорители по своей конструкции, даже если скорость света не является ограничением скорости, и мы покажем, почему это так. Это не так. Невозможно разогнать частицу до скорости, превышающей скорость света. Теперь, естественно, никто не хотел раскачивать лодку. Так что это еще один важный принцип, который выдвигает Ран Зет КАО, потому что статус-кво это мощная вещь. Я имею в виду, что думайте об этом где угодно. Я имею в виду, что даже если вы работаете в Макдональдс или где-то еще, если вы хотите переделать их систему, даже если она в миллион раз лучше, действительно ли менеджер будет вас слушать? Я имею в виду, действительно ли глава корпорации собирается сказать, подождите секунду, этот парень что-то задумал, если вы придумали какой-то новый метод. Сейчас, возможно, редко, если вы знаете нужных людей и получаете достаточную поддержку, вы, возможно, сможете что-то сделать. Но если все, что у вас есть, это чистая логика, разум и истина, никто не захочет перепроверять это. Никто не хочет ничего менять. Я имею в виду, подумайте об этом. Я собираюсь еще раз привести знаменитую цитату Аптона Синклера: очень трудно заставить человека понять что-то от непонимания, чего зависит его зарплата. Так что все эти тупицы все время ошибались. И теперь, конечно, снова нашлись несогласные. Там было много ученых, более ста, возможно и более тысячи, высказались и указали на очевидную фальсификацию теории относительности. Но их, конечно же, проигнорировали, отодвинули на второй план и так далее и тому подобное, чтобы сохранить статус-кво. Так что никто не хочет раскачивать лодку. Это очень важный момент, потому что они не желали даже вести научную дискуссию с этим человеком, этим академическим ученым, этим золотая медаль. Этот золотой призер академических олимпиад. Неужели никто не уделит ему время? Я имею в виду, что это очень красноречиво говорит о культе сциентизма. Очень легко понять, кто такие настоящие ученые, а кто сектанты сциентизма, священники сциентизма, которые просто практикуют свою религию сциентизма, не обращая внимания на настоящую науку, придерживаясь научного метода и истины науки. Реальность. Так вот, это очень важный момент, затронутый здесь Роном Коу потому что многие из них зависели от того, чтобы эта лодка оставалась на плаву и получала зарплату. И здесь он действительно подытожил принцип Аптона Синклера. Не говоря уже о том, насколько плохо все из-за этого выглядят, я, очевидно, имею в виду массы доверчивых идиотов, как только происходят большие перемены, будь то превращение Земли из плоской в глобус, в каком бы направлении вы ни двигались. Какова бы ни была истинная правда, суть не в этом. Из этого подкаста. Или вы знаете, переходите ли вы от одной конкретной теории к теории относительности, а затем к другой теории. Все Доверчивые массы тупиц всегда галлюцинируют в каком-то нарциссическом состоянии. Что да, да, люди совершали ошибки в прошлом, но теперь все эксперты, власти, все институты, а университеты Лиги Плюща теперь никогда не ошибутся. Я имею в виду, что возможно в прошлом они ошибались в некоторых вещах, но теперь они не могут ошибаться. Таким образом, этот уровень тупости в культе сциентизма прекрасно проиллюстрирован здесь раном Зикалом. Потому что если они настолько ошибаются в том, что проповедуют в институтах, я имею в виду, что это фундамент современной физики. Теория относительности Эйнштейна — это мошенничество, это фундамент, который, как всем кажется, является правдой и на котором строится как карточный домик. Так что если окажется, что это неправда и даже близко к ней не подходит, это будет еще одна победа сторонников теории заговора. Я имею в виду, что если я сейчас отслеживаю события последних двух лет, то это полный провал. Но в любом случае, насколько плохо это выглядит в глазах мейнстримного истеблишмента. Я имею в виду, что это примерно то же самое, что и с плоской Землей. Опять же, я не утверждаю, что Земля имеет какую-либо форму. Но если окажется, что Земля действительно плоская и что плоская Земля — это правда, я имею в виду, что никто никогда больше не будет доверять никаким академическим учреждениям. Значит, они не могут отказаться от своей власти. Так что с их стороны речь идет не о правде, а о сохранении статус-кво. Вот и все, о чем идет речь на самом деле. Но давайте продолжим здесь. Я первый и на сегодняшний день единственный человек, которому удалось использовать науку и математику, чтобы доказать. Что Эйнштейн, должно быть, ошибался. Ну, совсем немного. У меня есть немного самолюбия, которым управляет корова. Я имею в виду, что, очевидно, Олег Ди Джефф Аменко доказал это гораздо раньше десятилетия назад, а затем, конечно же, Никола Тесла и многие другие ученые. Я имею в виду, что я не знаю, действительно ли они разбирались в деталях. Это сделал Джефф Аменко. Так вот, Джефф Аменко сделал это до того, как запустить ZKO с помощью чистой математики. Я не уверен, но думаю, что если он говорит об общих научных принципах, а не только о чистой математике, то, возможно, он действительно был. Первым. Но я имею в виду, что он не упомянул имя Джеффа Менко. Это любопытно. Я имею в виду, что у него было бы хочу узнать о Джеффа Менко, но в любом случае, давайте продолжим. Я, конечно, ожидаю, что пройдет довольно много времени, прежде чем теория относительности покинет учебники. Подумайте о геоцентризме. Я первый человек, который предположил, что нет, солнце не вращается вокруг Земли, а наоборот. Первый человек, который сделал это, был немного позже Демокрита. Возможно, вы думаете, кто такой демокрит. Он был одним из тех, кто предложил атом. И именно он, по сути, дал атому его нынешнее название. Как утверждается? И, конечно же, Ранси Коуф. Похоже, что он действительно частично придерживается культа сциентизма. Я не знаю, исследовал ли он на самом деле какие-либо из этих утверждений — геоцентризм, гелиоцентризм. Похоже, что на самом деле он их не исследовал. В то время как в случае с теорией относительности он специально исследовал и развенчал их. Так что кто знает, хватит ли у него душевных сил пойти еще дальше против истеблишмента. Я имею в виду, что у каждого есть свои границы на песке. Я имею в виду, что этот парень ученый. Он академический преподаватель. Он такой, что если он выйдет, то давайте. Если плоская Земля — это правда, а я не утверждаю, что это так, или если это глобальная геоцентрическая Вселенная, если он просто выйдет и скажет это. Это может показаться вредным для ее целостности. Доверие. Так что, возможно, он готов зайти так далеко. Но смысл всего этого, конечно, в том, чтобы просто разрушить теорию относительности. Так что давайте продолжим. Итак, Демокрит жил где-то в IV веке до нашей эры. Первый человек, предложивший гелиоцентризм, был примерно в третьем веке до нашей эры. Это произошло только в 1700-х годах нашей эры, да, именно так сейчас называют этот термин, в 1700-х годах нашей эры, когда гелиоцентризм был широко признан как факт. Так сколько же прошло времени? Два года. Надеюсь, не потребуется двух лет, чтобы теория относительности исчезла из учебников истории. Потому что в наше время при нынешних темпах, я не думаю, что человечество протянет и двух лет, не открыв возможности путешествовать быстрее света. Таким образом, всегда есть оговорка об отказе от ответственности. Всякий раз, когда вы узнаете об теории относительности этого парня, в учебниках всегда есть оговорка об отказе от ответственности. И эта оговорка действительно. Теория относительности никогда не была доказана как ошибочная. На самом деле это было доказано много-много раз, в включая Джеффа Фламенко с PureMap, но возможно я предполагаю, что он не знает о Джеффе Фламенко. Хорошо. Ну что же, пока я не докажу это. Но в любом случае, это заявление об отказе от ответственности совершенно справедливо. Почему? По той простой причине, что в науке вы действительно не можете доказать правильность теории, вы можете только доказать, что она не ошибочна в настоящее время. Однако тот факт, что вы еще не доказали ее ошибочность, ну до моего доказательства, не означает, что она верна. Так вот, эта фотография должна быть хорошо знакома любому, кто является поклонником Эйнштейна. А эта фотография 1919 года, сделанная во время экспедиции Артура Эддингтона вокруг экватора к югу от Африки. Я хотел бы знать, знает ли он вообще, что Эдингтон признался в этом мошенничестве. Это было бы любопытно. Давайте выясним. Прямо к югу от Западной Африки он сделал эту фотографию Солнечного затмения, и они воспользовались этой возможностью, чтобы посмотреть на звезды. Из-за того, что Солнце отклоняет их свет, кажется, что они находятся дальше от Солнца, чем на самом деле. Таким образом, когда они рассчитывали эти отклонения, механика Ньютона дала бы отклонение в 0,75 угловой секунды. Теперь одна угловая секунда равна второй, так что вы знаете, что в окружности 360 градусов дуги, не так ли? Таким образом, один градус равен 60 минутам. Одна минута равна 60 секундам дуги. Таким образом, расчеты Ньютона должны были дать отклонение равное одной более чем 4800 градусам. Расчеты Эйнштейна чуть более чем в два раза превышали это отклонение. Теперь, даже если пока не принимать во внимание вопрос о том, действительно ли стекло 1919 года было достаточно хорошим, чтобы обеспечить такое разрешение. Даже не принимая во внимание это, в следующей презентации мы продемонстрируем, почему с этим возникает проблема. После 1919 года сэр Артур Эдингтон, который долгое время поддерживал Эйнштейна, решил поехать и выступить с докладом. И после выступления профессор университета, в котором он якобы выступал, задал ему вопрос. «Сэр Эдингтон, что вы думаете о заявлении, что только три человека действительно понимают теорию относительности?» Ответ Эддингтона был в значительной степени таким, какого и следовало ожидать, учитывая тот факт, что слова Эйнштейна звучали как афера с новой одеждой императора. Итак, история с новой одеждой императора, я надеюсь, вам достаточно хорошо знакома. Но утверждение Эйнштейна состояло в том, что О ⁇ это прекрасно. Если только немногие ученые могут понять меня. Что означает несколько ученых? Он имеет в виду, о, это было бы прекрасно, если бы только самые умные ученые могли меня понять. Ну, неужели вы действительно думаете, что кто-то встанет и скажет, нет, вы ошибаетесь? Ну что же, на самом деле довольно много людей так и сделали. Но большинство людей решили подождать и посмотреть, есть ли какие-либо доказательства того, что в то время он не казался неправым. Так что после экспедиции Эдингтона Эдингтон был достаточно горд, чтобы заявить, что только я и Эйнштейн достаточно особенные, чтобы понять его теорию относительности. Я имею в виду, что это тоже действительно хорошая история. Она действительно разоблачает мошенничество, которым является сциентизм, потому что, конечно, научный метод. Если вы не можете доказать, что что-то истинно с помощью четких, зависимых, независимых переменных и средств контроля, то вы просто занимаетесь какой-то формой религии. Или просто случайной теорией, которые, конечно, могут иметь абсолютно нулевую основу в реальности. И галлюцинации о том, что у них есть основа в реальности, и что они просто слишком сложны, или еще какая-то чепуха, это, конечно, главный источник Культа Итак, все остальные решили присоединиться к нам, заявив, что теория относительности верна, и мы всегда в это верили. Возможно, для вас или вашей компании это звучит как издевательство в начальной школе, но что же такие вещи случаются? Это все, что я могу сказать. Такие вещи случаются. Я имею в виду, что большинство так называемых экспертов и авторитетов на самом деле просто безмозглые тупицы. На самом деле они никогда ничего не проверяли. Они просто опытные отрыгиватели. Они запоминают и отрыгивают. Именно так работает школьная система Центра идеологической обработки. Никому не разрешается задавать вопросы. А если вы зададите вопрос, то будете наказаны. Я имею в виду, посмотрите, сколько людей на самом деле опубликовали опровержение Ранзет Као. Это искривление света также было бы предсказано ньютоновской механикой, но с другой величиной. На этой диаграмме показано, как происходит солнечное затмение. Так ясно, что когда звездный свет движется вокруг Солнца, да, хорошо, он искривляется. В следующей презентации мы продемонстрируем на этой диаграмме, почему расчеты Ньютона были не так уж далеки от того, что они предполагали. Итак, этот парень, вы, возможно, и вероятно, должны были догадаться, что это он или Исаак Ньютон, учитывая, что мы говорили о ньютоновской механике. И мы уже видели, что Эйнштейн выглядит совсем не так. Так что, учитывая тот факт, что эта картина маслом, даже если мы не помним, когда умер Ньютон, довольно легко сделать вывод, что он должно быть умер раньше Эйнштейна значит, его больше не было рядом, чтобы защитить себя или свои теории, или даже модернизировать их. Так вот, да, веберовская электрическая теория была превзойдена, но Максвелл, в конце концов, тоже был всего лишь приближением. Есть и другие факторы, которые они, похоже, не учли, и которые мы обсудим в более поздней презентации. Эйнштейн основывал свою теорию относительности на двух постулатах. Первый из них не подлежит обсуждению. Принцип относительности гласит, что любая инерциальная система отчета одинаково справедлива. Это не подлежит сомнению. Вторая причина заключается в том, что скорость света постоянно при наблюдении из любой инерциальной системы отчета, независимо от скорости самой системы отчета или скорости излучателя света. Значит, я уже так далеко зашел. Я имею в виду, что это не так уж сложно, так что очевидно этот первый постулат довольно легко понять. Вот почему сам Эйнштейн сказал, что было бы невозможно провести какой-либо эксперимент, чтобы определить, движется ли Земля или все остальное из-за этой системы отсчета. Теперь, конечно, второй постулат. Я имею в виду, что он кажется нелепым только на первый взгляд. Но давайте не будем поддаваться на апелляцию к неверным логическим ошибкам. Давайте посмотрим, какие тесты доказывают или опровергают это. Или скорость, отлично. Вот в этом-то и заключается его проблема. Очень скоро будет доказано, что это очень сильно ошибочно. Почему? Потому что логически мы продемонстрируем, что это просто не соответствует самому себе. Итак, наш первый эксперимент посвящен деконструкции теории одновременности Эйнштейна. Хорошо, итак, вот как выглядит одновременность в учебниках или в представлении Эйнштейна об одновременности. Так вот, его идея заключается в том, что когда точки O и O' Prime совпадают по положению, две молнии ударяют в торцы автомобиля. Таким образом, остаются две подпалины. Человек в машине видит свет спереди раньше, чем сзади. Они специально говорят, что это не обязательно происходит одновременно. С этим есть одна проблема. Когда автомобиль движется, в кадре автомобиля есть один и только один момент, когда он замечает, что O и O prime расположены в одной линии. С кадра станции или рельсового пути они также наблюдают один и только один момент, когда O и O расположены в одной линии вставай. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти два момента должны быть одним и тем же моментом, потому что есть только один момент, когда они выстраиваются в линию. Итак, если в этот момент эти две молнии ударяют в торце автомобиля, они должно быть сделали это одновременно в обоих кадрах, потому что это один и тот же момент. Местоположение коррелирует со временем, и следовательно в данном случае одна точка в местоположении коррелирует с одной точкой во времени. Самое забавное в этом то, что на самом деле это прямо противоречит второму постулату самого Эйнштейна, а он даже не осознает этого. Все ли следуют этому до сих пор? Я имею в виду, что это относительно просто. Я имею в виду, что мы не собираемся. Это не похоже на уравнение Джеффа Аменко, где так много чистой математики и сложных уравнений, что трудно следовать. Трудно объяснить, как это соотносится с чем-то другим. А затем сохранить все это нужно иметь в виду, когда пытаешься переварить все это в связи с другими уравнениями и тем, что это доказывает, а что нет. Итак, еще раз повторяю, Джефф Аменко довольно плотный, очень-очень плотный, но здесь он главный. Я имею в виду довольно простое объяснение, не так ли? Он объясняет, что утверждает теория относительности, и в чем заключается проблема, которую он собирается продолжить объяснять здесь. Так что, надеюсь, все понимают, о чем идет речь. Я имею в виду, что я постараюсь сделать как можно меньше по мере необходимости, потому что это будет немного сложнее, но давайте посмотрим, что он скажет. Итак, он говорит, что он сталкивается с сигналом спереди, прежде чем сигнал сзади настигнет его. Подождите секунду. Все инерциальные системы отчета одинаково действительны. Почему вы говорите нам, что ваш свет распространяется в рамке рельсов, а не в рамке автомобиля? Итак, еще раз, отличный вопрос. Если все кадры одинаково достоверны, почему вы игнорируете один кадр? И еще раз повторю, это не ракетостроение. Это очень просто понять. Но проблема с приверженцами сциентизма в том, что эти невежественные тупицы отказываются пересмотреть эту религию относительности, чтобы посмотреть, действительно ли жильцы выдерживают. Но здесь все по-другому. У него есть хоть капля здравого смысла, необходимая для того, чтобы сказать, подождите секунду. В кадре автомобиля, поскольку был один момент, когда эти двое выстроились в линию там, где загорелся свет, то учитывая, что расстояние до середины одинаковое. И они произошли в один и тот же момент. И они, двигаясь с той же скоростью, С рисует носительные рамки, как он говорит, тогда они должны встретиться в точке О в то же время, что и в точке О. Теперь ты, возможно, кое-что поймешь. Очевидно, что волновой фронт света достигает точки О до того, как он достигнет точки О в начале. Таким образом, мы очень просто продемонстрируем то, что мы в значительной степени уже продемонстрировали, а именно, что его второй постулат должен быть неверным. Но мы продемонстрируем это немного позже. Если вы еще не смеетесь над этим моментом, тогда подумайте о том факте, что идея Эйнштейна об одновременности и о том, что что-то происходит, является ошибочной. Или нет, в сравнении с его наблюдениями, по сути, это означает, что, ⁇ О, следовательно этого не произошло ⁇ Ну, я имею в виду, что я не чувствовал, что это произошло, и следовательно этого не произошло. Я имею в виду, да ладно вам, дети могут понять это простое объяснение. Я имею в виду, я бы подумал, что очевидно, где-то есть предположительно функционирующие взрослые, которые, вероятно, не понимают этих очень простых принципов и наблюдений. Никто на самом деле не проверял Эйнштейна на фактах, которые воспринимались бы как Евангелие. Но дело в простоте, потому что, возвращаясь к основному слою карточного домика, это не обязательно сложное испытание. Вы просто дважды проверяете базовый слой, фундамент. Теперь вы дважды проверяете фундамент, и он просто не держится. Я имею в виду, давайте продолжим. Я почти уверен, что мы поняли, что это ложь, когда еще играли в прятки с нашими родителями. Так что Эйнштейн, похоже, пропустил это занятие по какой-то причине. Возможно, он был слишком занят чем-то другим. Какой вежливый способ сказать это? Итак, давайте подойдем к проблеме одновременности с точки зрения средней школы, что, кстати, именно так и сделал Эйнштейн. Итак, этот объект, ну, этот наблюдатель отправляется из этой точки со скоростью 0,2 уай. Этот наблюдатель отправляется со скоростью уай. А этот наблюдатель отправляется со скоростью при скорости уай, скорость минус уай. Так что же происходит? Ну что же, этот наблюдатель преодолеет четверть пути отсюда. В этом есть смысл. Он пролетит пять кварталов, а этот один квартал — от одного до пяти. А эти два пересекаются где-то до этого момента. Да. Похоже ли это на то, что я уже понимаю принцип одновременности? Ну что же, так оно и есть, и так и должно быть. Итак, вот расчеты. Вы можете быстро просмотреть их, или мы быстро пролистаем их, и вы можете сделать паузу в любое время. Теперь, как мы видим, все эти расчеты являются разумными. Таким образом, движущийся наблюдатель в конечном итоге увидит то же самое, что и неподвижный наблюдатель, чье местоположение точно соответствует его положению.

Мы просто проверяем, совпадают ли принципы. Действительно ли это справедливо на первый взгляд? Потому что если это неверно, то не имеет значения, каковы точные расчеты. Поскольку я также привожу пример подсчета единорогов, я имею в виду, что вы можете считать единорогов идеально, но это не значит, что это единорог. И это не значит, что это доказывает то, что вы пытаетесь доказать. Утверждайте, что это доказывает. Еще раз повторю, мы не будем заострять внимание на точных уравнениях. Для некоторых они могут оказаться трудными. Суть здесь не в этом. Вопрос в том, действительно ли это в первую очередь. Ну или когда другой наблюдатель догоняет его. Давайте пока не будем говорить, что уже светло. Это было бы на университетском уровне, чем мы и займемся через минуту. Другой наблюдатель застает его в тот момент, когда он в конечном итоге встречается с другим наблюдателем в то же самое время, когда человек, находящийся на Земле на своей позиции, встречается с другим наблюдателем. В этом есть смысл. Теперь оба наблюдателя, идущие с торцов, встречаются посередине. Да, в этом есть смысл. Таким образом, они достигают середины одновременно. И они не сталкиваются с движущимся наблюдателем одновременно. Таким образом, Эйнштейновская одновременность, которая не учитывает местоположение и то, как местоположение соотносится со временем, бессмысленно. Все ли это поняли? Я имею в виду, что это простой принцип. Это очень-очень простая концепция. Вы так зациклились на точных математических уравнениях, что могли бы это сделать. Джефф Аменко прошел весь путь, полностью разобрав теорию относительности с помощью чистой математики, что все равно ничего не сходится. Но вам даже не нужно этого делать, чтобы получить общее представление о том, что такое теория относительности. Теперь, если мы будем делать это на университетском уровне, все, что нам нужно сделать, это установить скорость на какую-то долю секунды. Как мы можем видеть, очевидно, что у 3 и у 2 все равно будут совпадать на этой середине. И О, но простое число скажет, что они произошли в одно и то же время. О, первое, если он Эйнштейн, он будет настаивать на том, что они произошли не в одно и то же время потому что он встретил сигнал с первого места. Подождите, подождите, стойте, 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 стойте. Что вы делаете? Вы знаете, что эти двое отправились в путь, когда один и один простой были выстроены в ряд. Это один момент времени. Чтобы вы знали, что они отправились в путь, когда находились на одинаковом расстоянии от вас. Даже с учетом идеи Эйнштейна о сокращении длины, это зависит только от относительной скорости кадров, а не от самой скорости. Это означает, что этот кадр будет сокращен так же, как и этот, и они все равно будут находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. И следовательно свету потребуется столько же времени, чтобы достичь его. Но Эйнштейн говорит совсем не об этом. Эйнштейн говорит, что вы видите свет исходящий спереди. Если бы Эйнштейн ехал на велосипеде с очень длинным шестом, с двумя петардами на обоих концах, и у него был бы электрический спусковой механизм с одинаковой длиной провода, то для обеих петард потребовалось бы одинаковое время, и он нажал бы на кнопку. Триггер, он настаивал бы на том, что петарда впереди взорвалась первого числа, основываясь на звуке, достигшем его первого числа. Хорошо, все ли поняли этот пример? Я имею в виду, что этот парень действительно хорош в объяснении детям сути дела. Я имею в виду, что это очень простое объяснение. Есть ли здесь кто-нибудь, кто этого не понимает? И насколько это не соответствует действительности? Это не то, о чем говорится в его втором постулате. А теперь для наглядной демонстрации давайте взглянем на это. Хорошо и так, для наглядной демонстрации это выглядит примерно так. Совершенно очевидно, что они встретились здесь в одно и то же время, и эти две встречи были обнаружены у Уту Прайм в одно и то же время. Ну что же, здесь нет никаких оснований для одновременности Эйнштейна, и это также разрушает его собственный второй постулат. Таким образом мы можем расширить его. Вот текст нашей задачи. Мы пролистаем его довольно быстро. По сути, это те же самые наблюдения, которые мы сделали ранее. Так что мы не будем тратить на это слишком много времени. Суть в том, что в конечном счете, если мы строго придерживаемся второго постулата Эйнштейна, его собственная одновременность должна быть неверной. Есть и другие следствия, которые мы очень скоро обсудим. Так что если его одновременность, то его восприятие времени ошибочно. И, кстати, его одновременность фактически легла в основу его теории относительности с точки зрения восприятия времени в сравнении с реальностью времени. Я имею в виду этот первый слой карточного домика. Так что если его одновременность без учета первого местоположения неверна, то мы должны заключить, что замедление времени, к которому приводит одновременность, также в конечном итоге окажется невозможным. Все в порядке. Здесь у нас немного более длинная дорожка. У нас есть поезд или какой-то другой вид транспортного средства. Так что внутри находится наблюдатель. Снаружи тоже есть наблюдатели. Откуда мы знаем, что эти два импульса мигают с равными интервалами в своем собственном кадре? Ну что же, просто взгляните на фронт импульса. Таким образом, эти два импульса испускают световые импульсы, и они встречаются посередине. Таким образом, это синхронные вспышки одновременно. Хорошо, это немного более сложный пример, но все ли его понимают до сих пор? Я имею в виду, что он все еще объясняет это довольно хорошо. Так что насчет этого наблюдателя на транспортном средстве? Что он видит? Ну вот и все. 0,5 градуса Цельсия, половина скорости света. Таким образом, это расстояние здесь равно сети, где T интервал между вспышками. Turbo of flash. А сколько времени потребуется этому транспортному средству, чтобы добраться сюда? Ну, это займет два часа, не так ли? Потому что скорость составляет половину скорости света, в то время как импульсы распространяются со скоростью света. И помните, что поскольку положение коррелирует со временем, мы можем определить мигалки как испускающие одну вспышку, когда он находится здесь. Испускающие одну вспышку, когда он находится на полпути между ними, испускающие вспышку здесь, дающие выключить вспышку здесь, здесь и так далее. Итак, вот в чем проблема с текстом. Пожалуйста, сделайте паузу, если хотите просмотреть текст. Теперь, по прошествии двух секунд, мы подходим к этому моменту. Хорошо, пульсация выглядит приемлемой? Каждый наблюдатель наблюдает разумные импульсы? Да, так оно и есть. А что насчет этого наблюдателя внутри? Что он наблюдает? Он должен наблюдать то же самое, что и наблюдатель D или наблюдатель 1. Таким образом, в возрасте 40 лет он наблюдает то же самое, что и наблюдатель О2. Это совсем не то, что сказал бы Эйнштейн. Почему? Хорошо, подумайте о следующем. Теперь транспортное средство начинает двигаться. Или, может быть, мы остановим развитие событий. Кто знает? Ух ты, сколько времени потребовалось этой волне четырьмя часами ранее, чтобы догнать его. На это ушло два часа. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Эйнштейн говорит, что для того, чтобы догнать его, должна потребоваться только сокращенная длина волны, деленная на скорость времени. Так что еще раз повторю, если математика оказалась для вас слишком сложной, давайте отложим ее на второе место. Эйнштейн выдвигает утверждение А, в то время как на самом деле это утверждение В, как вы можете ясно видеть на этой диаграмме. Так что точные цифры даже не имеют значения. Важно то, что у Эйнштейна есть определенное утверждение, которое не соответствует действительности. Так что сейчас мы просто продвигаемся вверх по этим слоям карточного домика. Таким образом, мы знаем, что все импульсы, которые мы зарегистрировали, соответствуют разумным расстояниям. Тогда что это говорит о том, что мы используем подход Эйнштейна? Мы приходим к выводу, что время необходимое для того, чтобы один импульс догнал автомобиль, автомобиль стартовал с импульсом А3. Так что для того, чтобы импульс А4 догнал автомобиль, потребовалось время 2T во внешнем рамка. Прекрасно, все в порядке. А как насчет рамы автомобиля? Ну что же, мы знаем, что в соответствии с Эйнштейновским сокращением длины, расстояние должно быть кратно CD или CT, если вы предпочитаете использовать это. Используйте CT вместо линии CD. Таким образом, здесь говорится, что время, необходимое для того, чтобы этот свет догнал нас, должно быть равно nt. Почему? Потому что это должно быть время, равное nct, где n сокращение Эйнштейна. Что такое n не имеет значения. Мы не будем его вычислять, потому что это не важно для нашей задачи. А теперь подведем итог для сравнения внутреннего и внешнего времени. Кстати, согласно Эйнштейну, соотношение внутреннего и внешнего времени должно зависеть только от относительной скорости двух кадров. Это означает, что независимо от того, в каком направлении вы движетесь, оно должно быть одинаковым. Или, по крайней мере, в каком направлении вы движетесь с точки зрения расчетов. Итак, вот это соотношение, это что мы получаем для внутреннего и внешнего времени. Все в порядке, это прекрасно. Это не проблема. Это и есть проблема. А как насчет света идущего спереди? Согласно постулату скорости света Эйнштейна, свету идущему спереди требуется время в 3 НТЛ, чтобы догнать автомобиль или врезаться в него спереди. Если смотреть с внешней точки зрения, то это займет два часа. Таким образом, соотношение внешнего и внутреннего времени должно составлять три часа к двум. Таким образом, по сути, Эйнштейн говорит нам, что число n, умноженное на 2, равно 3 часам к 2. Следовательно, вывод Эйнштейна таков, единица равна 3. Так что это явно неверно. И это один из способов выразить это. Итак, все ли последовали этому примеру? Так что повторяю, точные математические расчеты даже не имеют отношения к делу. Понятны ли принципы, изложенные здесь всем слушающим? Утверждение Эйнштейна не отражает результат эксперимента, который, конечно, может повторить любой желающий. Так вот, у него там была анимация, чтобы было понятнее. Я имею в виду, есть ли кто-нибудь, кто не следит за этим. Я имею в виду, что это относительно понятно. Я имею в виду, что я не знаю, можно ли отнести это к уровню от 3 до 5 классов. Но очевидно, что я имею в виду уровень от 8 до 9 классов. Я имею в виду, что вам не обязательно быть каким-то продвинутым физиком, чтобы понять эти основы. Я имею в виду, что это очень-очень важные моменты. Математически верно, что 1 минус 1 на бесконечности, что составляет 0,99 повторения, технически равно единице. Однако неверно, что вы можете сказать, что 1 равен 3. Следовательно, мы должны понимать, что замедление времени из-за скорости света должно противоречить само себе в каком-то смысле оно просто наталкивается само на себя и проваливается. Что еще более важно, это означает, что скорость света не может быть ограничена постоянной во всех инерциальных системах отсчета. Я имею в виду, разве это недостаточно просто? Я имею в виду, что очевидно существуют гораздо более продвинутые принципы, о которых я не знаю. Я еще не смотрел это видео. Я помню, что оно было очень простым для понимания, как оно есть на самом деле. Я имею в виду, что он излагает очень четкие и понятные моменты, которые, я думаю, большинство детей, вероятно, смогут понять. Таким образом, было доказано, что второй постулат Эйнштейна не состоит Итак, в нашем втором эксперименте мы также прибегнем к тому, что по сути является методом ведения дел в начальной школе, известный как Ньютоновская механика или альтернативно здравый смысл. Я имею в виду, что этот парень забавный в каком-то странном смысле. Я имею в виду, что да, здравый смысл не так распространен, как об этом знаменито написал Томас Пейн. Я имею в виду, где же весь здравый смысл у всех этих сектантов сциентизма, которые даже не могут исследовать базовый слой карточного домика, который является обманом теории относительности. Итак, это Ньютоновское стремление. Ну что же, давайте сначала посчитаем несколько импульсов. Итак, ранее на нашей диаграмме мы предположили, что все наблюдатели видели различные импульсы, и эти импульсы являются разумными в зависимости от их расстояния и времени. Так вот, постулат Эйнштейна о скорости света, давайте просто скажем, что на данный момент мы его не доказали. Допустим, мы не доказали, что он ошибался. Если мы этого не сделали, давайте докажем это другим способом. Хотя мы уже доказали, что это не так. Опять же, обратите внимание, что он довольно хорошо все объясняет. Это также то, чем культ саентизма на самом деле не занимается. Я имею в виду, что в данном случае он дает Эйнштейну право на сомнение. Он говорит, что все в порядке, что же это доказывает, а теперь еще и то, что мы не привязываем все аргументы только к одному эксперименту или одной точке зрения. Теорию относительности можно полностью разобрать со всех сторон, что и делает этот парень. И, конечно, Джеффри Йенко тоже это сделал. Постулат скорости света гласит, что скорость света в вакууме имеет одинаковое значение си во всех инерциальных системах отсчета. Хорошо, давайте еще раз докажем, что это неверно. Вот некоторые из расчетов, которые мы используем. Итак, мы учитываем расстояние между световыми импульсами. Это означает, что каждое расстояние равно чему? Си-ти. Си – это скорость света, а ти – временной интервал, верно? Он также равен длине си на диаграмме. Итак, вот здесь мы приводим наши расчеты и рассматриваем, как Оу мог бы использовать световые импульсы для измерения своего собственного смещения. Зная, какой длины каждый световой импульс находится во внешней системе отчета. Таким образом он пытается измерить свое собственное смещение во внешней системе отчета, используя имеющиеся у него знания о внешней системе отчета и сигналы, которые он получает. Итак, мы очень ясно увидели из анимации и диаграмм, что когда транспортное средство перемещается из C в D или из D в или от I до B, если уж на то пошло, он перемещается на длину сети во внешней рамке. Конечно. А как насчет того, что он измеряет изнутри? Так вот, он видит, как три световых импульса проходят спереди, он видит, как один световой импульс проходит сзади него, и он также видит, что свет, идущий сзади него, претерпел одно позиционное смещение относительно него. Это немного отличается от того, как если бы у вас измеряли пульс. Что это на самом деле означает? Ну, мы же знаем, что длительность импульса постоянно не так ли. И мы знаем, что это происходит потому, что скорость света постоянно во внешней системе отчета и согласно Эйнштейну во всех системах отчета. И мы также знаем, что временной интервал, с которым они мигают, одинаков. Итак, это как два шага вперед и один шаг назад, за исключением того, что в этом случае вы делаете три импульса вперед и два импульса назад, или скорее один импульс назад. И вы перемещаете один импульс назад. В каком-то смысле вернулся. Таким образом, это соответствует реальности перехода от сиги. Почему? Потому что ваше смещение в конечном итоге составляет три сиди минус сиди минус сиди равно сиди. Вот так. Так что еще раз забудьте об этих точных уравнениях и просто визуализируйте эксперимент. Вы находитесь в поезде, есть импульсы, вы знаете, что они есть, вы знаете расстояние, вы знаете время. Все следят за вами. Давайте продолжим. Это наблюдение человека, находящегося внутри транспортного средства, показывает, что он должен проехать это расстояние. Это то же самое, что наблюдать снаружи. Я имею в виду, что здесь есть еще несколько моментов, на которых я действительно не хочу заострять на них слишком много внимания, но я не хочу быть небрежным и не упоминать о них, потому что они очень, очень важны, если вы действительно занимаетесь настоящей наукой. Конечно, существуют и неизвестные переменные. Очевидно, что существует множество нераскрытых законов физики и света, а также того, как человеческий мозг обрабатывает свет. Просто потому, что вы знаете, что таймеры настроены на срабатывание там, где они срабатывают. Очевидно, что есть какая-то задержка в том, что я понимаю. Очевидно, что это проще сделать с точки зрения молнии или грома. Ваше восприятие реальности не обязательно полностью соответствует реальной действительности. Просто имейте это в виду. Я не хочу отвлекать зрителей. Я просто хотел упомянуть об этом в качестве отступления. Потому что в реальной науке вы не будете притворяться и галлюцинировать. У вас учтены абсолютно все переменные. Ибо. Но давайте продолжим. Таким образом, если бы объект не двигался, его бы настигло равное количество волн с обеих сторон. И они вычислили бы смещение положения равное нулю. Интервалы между импульсами равны нулю и вообще равны нулю. А как насчет других людей снаружи? Они также измеряют смещение положения транспортного средства равное нулю. В результате получается, что здесь нет необходимости в сокращении длины. Это не имеет значения. А без сокращения длины существует ли вообще теория относительности? Нет, мы не можем этого сделать. А потом давайте подумаем о ньютоновских устремлениях. Например, как получается, что свет спереди, который излучается через равные промежутки времени, как и свет сзади, проходит мимо него в три раза быстрее. Почему мы говорим, что это происходит через равные промежутки времени? Это потому, что если сокращение длины Эйнштейна верно, а это не так, то этот человек замечает, что есть один момент, когда он проходит точку S. Есть один момент, когда он проходит среднюю точку CD, и есть один момент, когда он проходит точку D. И это равные интервалы. Вот эти два интервала. Это означает, что если свет исходил от обоих излучателей, когда он находился в точке S, и от одного, когда он находился в средней точке, и от другого, когда он находился в точке D, то интервалы равны. Почему же тогда свет пульсирует? Сталкивается ли он, так сказать, с тремя волновыми фронтами спереди и только с одним сзади? Ну что же, тогда должна существовать относительная скорость света. В расчетах это выглядит примерно так, и из этого мы приходим к следующим выводам. В этом нет ничего сложного. Конечно, ну, я имею в виду, что это несложно ни для кого из нас, кроме Эйнштейна, я полагаю. Но суть в том, что поскольку световые импульсы спереди проходят через те же интервалы, что и световые импульсы сзади, и они проходят в три раза быстрее, то, следовательно, они должны двигаться в три раза быстрее, чем световые импульсы сзади. А какое отношение это имеет ко второму положительному результату Эйнштейна? Это выводит его из-под контроля. Эта проблема снова очень похожа на проблему с одним равным трем. Повторяю, не зацикливайтесь на точных уравнениях. Просто подумайте о принципе. Просто представьте себе принципы, о которых он говорит. Это не так уж сложно. Вам не нужно делать уравнения, какие бы он их уже не делал. И я имею в виду, что они тоже не такие уж сложные. Но, несмотря ни на что, давайте даже не будем спускаться в кроличью нору, чтобы выполнить математику идеально, потому что концепция имеет смысл. Просто исходя из элементарной логической оценки, основанной на здравом смысле, проходит ли этот тест на обоняние? Потому что если никто даже не пересмотрел эти базовые слои карточного домика теории относительности, и все пытаются придираться к этому верхнему слою, это даже не имеет значения. Давайте вернемся к основам. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Иран ZKO ясно демонстрирует, что это не так. Я не знаю, как работает мозг Эйнштейна, но, по-видимому, он считает, что один равен трем. Приведенная здесь оценка важна в том смысле, что используя скорости света, относительные скорости света, которые человек находит в транспортном средстве, он может определить свою собственную скорость относительно рельсов. И как только он определит свою скорость, эти термины станут взаимозаменяемыми по той простой причине, что все наши скорости, которые мы используем, положительны, за исключением света, который исходит из окружающей среды. light that's coming from environment. Итак, мы знаем, что два световых фронта очевидно сокращают расстояние между собой на 2 градуса Цельсия относительно рамки, по которой они движутся. Вот почему мы пришли к выводу, что соотношение 3 к 1 должно быть равно 1,5 Кельвина на целым Не думайте, что по отношению к другим источникам света каждый из них движется только по морю. Это мысленные оковы Эйнштейна, которые он ставит перед вами и пытается помешать вам обнаружить, что его теория явно неверна. Так все ли это поняли? Итак, опять эти предположения, или мы говорим, что они сбивают вас с толку? По сути, это касается не только теории относительности, но и всего остального. Когда вы предполагаете, что что-то истинно, не проверяя это, и строите на основе этого, вы строите карточный домик. Я также называю это своего рода пирамидами, в которых вы предполагаете, что все нижние слои верны, не проверяя их. Я имею в виду, что карточный домик также является хорошим примером, потому что он очень-очень шаткий. Издалека может показаться, что он прочный, но как только вы укажете на проблемы, как только вы достанете карты, которые не действительно на нижнем слое, что произойдет, чтобы это случилось? Еще раз повторяю, это не ракета строения. Это очень-очень простые принципы, которые могут понять даже дети. Иран Зет Као, вероятно, проделал лучшую работу из всех, кого я когда-либо видел, объяснив это в супер-супер простых терминах. И вы знаете, что он понимает все на невероятно высоком уровне. Опять же, это золотой призер академической олимпиады в трех различных областях, или у него две золотые медали и одна серебряная. Итак, биология, химия и физика. Вы знаете национальный победитель в целом ряде различных академических олимпиад. 99,9% на некоторых из самых сложных экзаменов в колледже за всю историю. Я имею в виду, что этот парень знает свое дело, и именно поэтому он может объяснить это так просто. И в чем же самая большая ирония во всем этом? Вот еще одна очень-очень популярная цитата Эйнштейна. Если вы не можете объяснить это просто, значит, вы недостаточно хорошо это понимаете. Так что подождите здесь секунду. Понимает ли бегущая корова теорию относительности Эйнштейна лучше, чем сам Эйнштейн? Потому что, опять же, бегущая корова изложила историю теории относительности. И, как уже знает большинство людей, знакомых с теорией относительности. С самого начала они как бы сделали это. Опять же, у императора нет одежды. Что-то вроде они такие шикарные физики, и они просто сливки общества. Только они понимают теорию относительности. И если вы этого не понимаете, вы не сможете доказать, что это неправильно. Но подождите секунду, если кто-то виноват в том, что они не понимают теорию Эйнштейна. Потому что если они не смогли объяснить теорию просто, это означает, что они даже не понимали свою собственную теорию относительности достаточно хорошо, чтобы объяснить ее. И все же здесь мы имеем дело с очень, очень просто объясняю теорию относительности. Давайте продолжим. Сейчас наблюдатель внутри транспортного средства подсчитывает, сколько времени ему самому требуется, чтобы добраться из пункта S в пункт D. Он явно считает, что ему нужно время, чтобы добраться до пункта T. Таким образом, здесь нет замедления времени. Нет никакого сокращения длины, нет никакого замедления времени, нет никакой теории относительности. А теперь давайте вернемся к рисунку 4. Теперь мы видим, что наша вера в то, что Эйнштейн явно ошибается, очень обоснована, когда мы действительно смотрим на диаграмму и размышляем дольше, чем думал Эйнштейн, об этом, которое, вероятно, было не очень долгим. Мне нравится этот парень. Этот парень по-своему забавный, но в то же время вежливый и забавный. Учитывая, что мы уже во всем разобрались. Вот некоторые другие математические расчеты, которые показали, что простое число Vu wow равно 0,5 Си. Мы пролистаем это. Таким образом, это наблюдение изнутри равно скорости, наблюдаемой снаружи. Еще раз повторяю, если уравнения вызывают у вас затруднения, не беспокойтесь о точных уравнениях. Просто послушайте, как он это объясняет. Что чему равно, что соотносится с чем. Просто выслушайте объяснение. Вам не нужно сосредотачиваться на математике. Если у вас все получится, вы тоже можете сосредоточиться на математике, но не сосредотачивайтесь на ней полностью. Причина, по которой я рассказываю об этом, заключается в том, что Ран Сикао проделывает такую замечательную работу, объясняя математику простыми понятными терминами. Так что пока просто сосредоточьтесь на этом. Так вот, это говорит о чем-то очень важном для нас. Это, конечно, говорит о том, что если нет замедления времени и сокращения длины, то да, расстояние во времени будет равно измерению расстояния во времени другим человеком, потому что ни расстояние, ни время не растягиваются. Давайте еще раз посмотрим анимацию для развлечения. Как мы видим, излучение импульсов происходит в определенных положениях, потому что положение коррелирует со временем. И, следовательно, положение может использоваться как показатель времени. В то время, как по мнению Эйнштейна, реальность, по-видимому, устроена иначе. Вы знаете, это тоже забавно, если он решил не подвергать сомнению, что он просто очень хороший учитель, потому что он просто действительно хорош в объяснении вещей и изложении их в понятных терминах. Очевидно, что истеблишмент был бы рад, если бы он просто преподавал теорию относительности. И он, вероятно, гораздо лучше справился бы с преподаванием теории относительности Эйнштейна, как если бы это было правдой, если бы он полностью не разбирал и не опровергал ее. Но просто любопытно, почему этот парень, кажется, понимает теорию относительности лучше, чем все остальные. О фанатиках, которые религиозно защищают его. Хорошо, и так мы уже объяснили, почему это открытие 2Т так важно. А теперь скажите, что мы на самом деле видим. Мы также видим, что в рамках этой ньютоновской механики мы не пытаемся постоянно бить себя по лицу и принуждать к выводам, которые явно неверны. Хорошо, он немного менее вежлив в этой шутке, но на самом деле это отличное объяснение того, почему современные физики отчаянно цепляются за теорию относительности. Таким образом, мы видим, что ньютоновская механика, по крайней мере, не противоречива. И еще одна вещь, которая очевидно очень-очень очевидна. Этот парень уверен в себе и может четко и быстро изложить свои соображения. В отличие, скажем, от такого тупицы, как Нил Деграсс Тайсон, Билл Най, специалист по науке, он не даже аттестованный, но какая разница. Нил Деграсс Тайсон является представителем компании. Многие полагают, что он знает, о чем говорит. Но во всех интервью и прочем можно заметить, что он просто заводится. Я имею в виду, что он такой тупица типа Даннинга Крюгера. И я имею в виду, что очевидно Ранзет Кау будет вытирать пол с Нилом Деграссом Тайсоном в любых дебатах по любому поводу. Но просто обратите внимание на то, как он ведет себя. Эта корова из Ранзет говорит, излагает свои идеи, четкие тезисы и очень-очень кратко. В то время как Нил Деграсс Тайсон ходит кругами, галлюцинирует и просто выдает ошибку за ошибкой и его слепая вера в сциентизм, в то время как Рунцикал на самом деле опровергает это. Он действительно опровергает это. Почему это так? Почему это так? Он дает четкие указания, чего Нил Деграсс Тайсон и многие другие сциентистские группы никогда не делают. Механика Эйнштейна, похоже, не справляется даже с этим. Таким образом, в результате мы должны сделать вывод, что теория относительности обречена на провал и, следовательно, недействительна. А Ньютоновская механика, по-видимому, имеет больше смысла. Ну что же? Возможно, нам стоит еще раз взглянуть на Ньютоновскую механику и соответствующим образом ее обновить. Однако на данный момент мы уже дважды доказали, что теория относительности неверна. У меня есть еще доказательства, которые приходят с разных сторон. Хорошо, итак, мы уже дважды доказали, что Эйнштейн ошибался, и теперь мы сделаем это в третий раз. Это взаимное замедление времени. Теперь, конечно же, мы должны изучить, как Эйнштейн получил ошибочный результат замедления времени в первом случае. Его одержимость этим, ну что же, это очень простая диаграмма. Его одержимость замедлением времени началась с того, что он настаивал на том, что скорость света должна быть равна си. И еще раз повторю, мне просто очень-очень нравится, как просто и ясно он излагает свои мысли. Он четко указывает на то, какие предположения, сделанные Эйнштейном и вызванные его галлюцинациями, были истинными. А затем на основе этих предположений строит свои выводы. Расскажите, как был построен этот карточный домик. А Корова Ранзи четко указывает на каждый слой этого карточного домика. Еще раз повторю. Я не видел, чтобы кто-нибудь делал это лучше, чем корова Ранзи в простых и понятных выражениях. И опять же, что касается уровня уверенности, то это четкое сравнение с некоторыми другими тупицами, такими как Нил Деграсс Тайсон. Еще раз повторю, я не уверен, что Нил Деграсс Тайсон настолько самовлюбленный человек. Он просто считает, что не может ошибаться ни в чем. Это в том случае, если он не зазывал, который неосознанно лжет обо всем. Но или если его Дан и Крюгер просто настолько суровы, что он просто не может принять во внимание тот факт, что он не знает того, что, как ему кажется, он знает. Или он не может объяснить это очень хорошо, но его подсознание ясно демонстрирует это через его микровыражение. Через микровыражение Нила Деграсса Тайсона показывают, что он не уверен в своей способности объяснить это. Даже если он думает, что это правда, он знает, что он слишком туп, чтобы объяснить это ясно и жато. Вот почему у него все эти микровыражения, и он всегда срабатывает. И эти стилизации Даннинга-Крюгера и основанные на вере, отчаянные захваты, основанные на вере и логические ошибки, это то, что он делает. Все, что нужно Нилу Деграссу Тайсону, это доказать свою правоту. Если вы еще не ознакомились с логическим анализом Нила Деграсса Тайсона, здесь на миншак ознакомьтесь с ним. Особенно это касается высадки на Луну. Я имею в виду, что это просто уморительно. У него нет веских логических аргументов, а его мимика настолько забавна, потому что его подсознание осознает, что он слишком тупой. И его понимания просто не хватает, чтобы объяснить это. В то время как корова Ранзет здесь, у нее нет никаких подсказок. Он так уверенно и ясно излагает свои мысли, даже если он ошибается. Это опять-таки шок для ума. Я не утверждаю, что что-то является правдой или неправдой. Возможно, теория относительности на самом деле верна по целому ряду других причин. И все это может быть правдой. И этот полный демонтаж может быть объяснен другими факторами. Но поскольку никто не представил эти другие факторы, мне пока придется использовать Ранзет Келл. На этой диаграмме показана кинематика. Это намного раньше, чем теория относительности появилась в учебниках. Таким образом, мы ясно видим, что без VX, без горизонтальной скорости параболы не существуют. Так вот, проблема Эйнштейна заключалась в том, что он настаивал на том, чтобы этот луч света двигался со скоростью C во внешней системе отчета. Итак, с этим что-то немного не так. Подумайте о том, что это значит, когда он выводит это уравнение, которое заключается в том, что время внутри, скажем, прошло два часа. Снаружи это много-много секунд. Так что давайте предположим, что это три секунды. Ну что же хорошо, так что же это значит, когда одна вторая секунда внутри равна трем секундам снаружи? Во-первых, он не выполняет свой собственный первый постулат, который является положительным в теории относительности, а именно, что все инерциальные системы отчета равны. Знаете, что еще интересно? Еще раз повторю, то, как он просто разъясняет это в очень простых для понимания терминах. И, может быть, именно поэтому никто не хотел трогать эту раскачивающуюся лодку, что бы там ни было. Я имею в виду, как можно опровергнуть что-то настолько простое, ясное и очевидное. Я имею в виду, что если это можно сделать, то давайте кто-нибудь сделайте это. Напишите об этом в разделе комментариев. Но я имею в виду, что это просто элементарно. Дети могут это понять. Почему? Потому что очень скоро мы добавим еще один излучатель. Но мы должны отметить, что для любого научного постулата есть два результата. Один из них заключается в том, что он может быть правильным, а другой в том, что он определенно неверен. Что касается нашего первого постулата, которым является теория относительности, постулата о том, что все инерциальные системы отсчета равны, то здесь нет никаких сомнений. Это должно быть правильно. Или, насколько нам известно, это должно быть правильно. Я как раз собирался сказать, что здесь он прояснил свои мысли. Хорошая работа управлять Жуковым. Таким образом, мы еще раз продемонстрируем, что постоянство скорости света должно быть неверно. Итак, здесь Здесь мы добавляем еще один излучатель. И. Что он делает? Ну что же, помимо дорожек, мы устанавливаем два зеркала. Мы направляем этот свет вверх, и он снова опускается, и человек снаружи засекает время и получает то же время на своих часах, что и человек внутри. Свет движется прямо вверх и вниз. Этот другой источник света, который мы добавляем сюда, движется со скоростью S к этому зеркалу и находится на пути соответствующем пути света альфа внутри. Возможно, вам интересно, почему я показываю, что свет альфа достиг конца, в то время как свет бета даже близко не приблизился. Очень скоро мы покажем вам, почему это так. Так что это всего лишь подстава на словах. А вот это уже больше похоже на подставу. Да, я знаю, что это немного сложно, но подумайте о человеке, который сидит внутри и смотрит в окно. Предположим, что в этом транспортном средстве есть окна. Хорошо и так свет, который светит вверх и вниз снаружи, так что человек внутри смотрит на это, и это кажется, он движется в обратном направлении. Итак, вот некоторые из средств, которые мы могли бы использовать для размышлений. И учитывая, что предположительно в наши дни они настолько хороши в измерениях, что могут измерить изгиб гусеницы шириной в один протон на 4 километра. Что, кстати, и было той самой гравитационной волной, о которой они говорили. Если вы можете измерить это, то вы определенно можете использовать поезда для измерения относительности. Ну что же ширина, которую они обнаружили отличалась от ширины проходящей гравитационной волны, предположительно составляла одну тысячную ширины протона. Так что конечно вы можете использовать поезда для теории относительности. А теперь скажите, что происходит когда ситуация стационарна. Итак огни загораются и сразу же снова гаснут. и это происходит в одно и то же время. спору нет. Не так ли? Я имею в виду, я надеюсь, вы не станете со мной спорить, что они поднимаются вверх и сразу же опускаются обратно. Это то же самое расстояние, две точки D над точкой C, то же самое время. Я имею в виду, насколько это просто? Все правильно понимают. Я имею в виду, что он объясняет это так просто. Я имею в виду, что если вам нужно поставить запись на паузу, посмотрите на экран, перемотайте назад и послушайте, как он это говорит еще раз. Я имею в виду, что этот парень явно очень хороший учитель, и он дает очень простые и ясные объяснения. Теперь, если мы добавим вот это, если мы используем этот эталонный излучатель, добавим его к установке, и человек снаружи все равно увидит, что свет внутри идет по диагонали. Конечно, конечно. Что произойдет, когда человек внутри решит выглянуть наружу? Что же, давайте посмотрим, что произойдет с эталонным излучателем первого уровня. Человек, находящийся внутри, измерит то же время, за которое свет поднимается и опускается, что и человек, находящийся снаружи, для эталонного излучателя. Теперь вы, возможно, задумаетесь, почему это и вот это снова достигают дна в одно и то же время? Это потому, что утверждение Эйнштейна о том, что этот синий свет должен распространяться по морю, совершенно неверно. Почему это так? Представьте себе движущегося наблюдателя, смотрящего в окно. Итак, этот эталонный излучатель видит, что его свет движется прямо вверх и вниз, но кажется, что свет эталонного излучателя движется назад, когда он движется вперед. Таким образом, каждый наблюдатель увидит, что свет другого наблюдателя движется по диагонали. Длина этого пути будет одинаковой. Почему? Потому что DD и это смещение по горизонтали должны быть одинаковыми. Следовательно, согласно теореме Пифагора, это должно быть справедливо. Кстати, прежде чем кто-нибудь решит сказать, что Эйнштейн решил использовать геометрию Римана, а не Евклидову в своей общей теории относительности, мы должны напомнить вам, что он вывел его основные уравнения из Евклидовой геометрии, основанной на теореме Пифагора. Я имею в виду, что этот парень знает свое дело. Опять же, вы хотите сказать, что он ошибается, и это прекрасно. Но я хочу сказать, что у него нет очень-очень глубокого понимания теории относительности, истории всего этого, того, какие уравнения и как использовались. Я имею в виду, что этот парень знает свое дело. Если вы хотите назвать его неправым и развенчать его, то вперед. Раздел комментариев открыт для всех желающих. А теперь скажите, что произойдет, когда свет снова погаснет. Этот путь в точности повторяет предыдущий. Он в точности соответствует пути, выбранному с другой точки зрения. Таким образом, человек со стороны видит, что этот слайд движется вот так. Человек внутри видит, что свет по сути движется в обратном направлении. Я действительно понимаю, что технически он должен быть вон там, но ради экономии места и чтобы показать, что лучи света движутся по совпадающим траекториям, мы показываем их перекрывающимися вот так. Что здесь написано? Давайте не будем забывать, что согласно первому постулату, который должен быть верным, что ни один фрейм не является более недопустимым, чем любой другой фрейм. Тогда все фреймы создаются равными, и ни один фрейм не является более равным, чем другие. Итак, если одна из моих секунд стоит трех ваших секунд. А одна из ваших секунд, очевидно, стоит трех моих секунд, как это имеет место в соответствии с Эйнштейном. Помните, что это всего лишь относительная скорость между кадрами. Таким образом, человек, находящийся внутри, замечает, что человек, находящийся снаружи, измеряет три секунды на каждые две секунды, которые они измеряют. Человек, находящийся снаружи, наблюдает, как человек, находящийся внутри, измеряет три секунды на каждые две секунды, которые они измеряют. Так что же такое одна из моих секунд для меня? Это должна быть одна из моих секунд. Я имею в виду, можно ли это как-то разложить по полочкам? Я имею в виду, если уравнения кажутся вам слишком сложными, забудьте об этом и просто слушайте, что он говорит. Неужели люди не видят проблемы в предположениях, галлюцинациях и непроверенных базовых слоях карточного домика, то есть в теории относительности? В итоге Эйнштейн дает нам вот это. Это значение равно единице или отрицательно. И если вы все еще верите в Эйнштейна на данный момент, это означает, что вы верите либо в то, что замедление времени не существует, и в этом случае Эйнштейн ошибается, либо в то, что время течет точно в обратном направлении по отношению к любому другой объекту. Почему? Потому что здесь не учитываются фактические скорости. Таким образом, взаимная скорость может быть равна нулю, и время будет течь точно в обратном направлении между любыми двумя заданными объектами. Тогда проблема в том, что происходит, когда мы добавляем третий объект. И Вселенная, надеюсь, в вашей мысленной модели Вселенной содержится более одного объекта. Я имею в виду вау. Я имею в виду, что это тот самый момент, когда микрофон отключается, если он вообще когда-либо был. Но еще раз обратите внимание на тон и подачу этого объяснения здесь. Этот парень не хватается за соломинку. Этот парень дает очень четкие объяснения с использованием различных сценариев. Так что еще раз повторю, если кто-то считает, что он не прав, не стесняйтесь опровергать его и его точку зрения. Но этот парень, этот парень действительно нечто. Он действительно использовал толику логики и здравого смысла, чтобы действительно поднести теорию относительности к пресловутому огню и посмотреть, выдержит ли она испытание временем. Очевидно, что это не так, если только здесь не отсутствует чего-то существенного, чего, по-видимому, нет. Это материал детского уровня. Так что это означает, что Эйнштейн все еще ошибается. Это означает, что взаимное замедление времени разрушает всю теорию Эйнштейна. А теперь давайте рассмотрим это с другой, немного отличающейся точки зрения. Математически говоря, время, которое должно быть измерено для того, чтобы свет вернулся на уровень излучателя внутри каждого кадра, должно составлять эти два над с. Поскольку мы уже уничтожили замедление времени, здесь никакого замедления времени нет. Таким образом, свет, который, по мнению внешнего наблюдателя, движется по диагонали, но на самом деле движется прямо вверх и вниз в соответствии с тем, что происходит внутри транспортного средства, должен в конечном итоге достичь дна в то же время, когда контрольный свет снаружи достигает дна. Таким образом, в итоге все время получается равным D, а не C. И что же происходит потом? Но что же, они не могут наблюдать замедление времени, прекрасно. Так что же происходит, когда мы добавляем этот бета-свет? Тот, который мы видели ранее, все еще был здесь, когда синий свет уже достиг конца, и когда красный свет уже вернулся к низу. Мы знаем, что мы, мы абсолютно уверены, что бета-излучение должно распространяться в точке С. Итак, если бета-излучение распространяется в точке С во внешнем кадре или относительно внешнего кадра, и мы ясно видим, что оно достигает дна после того, как этот свет возвращается. И этот свет возвращается в то же время, когда этот свет приходит, возвращаюсь.

И, следовательно, что это говорит о скорости синего света относительно внешней рамки? Ну что же, вот некоторые математические расчеты. Таким образом, скорость здесь должна быть такой. Мы очень ясно видим, что синий свет должно быть двигался быстрее, чем скорость зеленого света, которая равнялась Си. Итак, из-за того, что взаимное замедление времени невозможно, мы снова имеем опровергни постулаты Эйнштейна о скорости света. Так что, очевидно, это был самый сложный пример на сегодняшний день, и он может оказаться непростым. Вы знаете, вам действительно нужно представить, как это будет происходить на расстоянии светового дня и так далее и тому подобное. Но если только Ран не полный идиот и не ошибся в расчетах. Но вы можете, вы можете. Я предполагаю, что большинство людей действительно могут представить это в своей голове. И поймите только основную идею того, что здесь излагает Ранзет Кау относительно утверждений теории относительности и того, соответствуют ли они действительности. А это явно не так. Не теряйтесь в математических тонкостях, просто постарайтесь сосредоточиться на принципах того, что он говорит. Потому что в конце концов ни один фрейм не является более равноправным, чем любой другой. И получающаяся в результате анимация выглядит примерно так. Мы очень ясно видим, что к тому времени, когда это закончится, зеленый свет еще не погаснет. Это совпадающие пути. Следовательно, если зеленый свет движется со скоростью си, а синий быстрее, то он должен быть быстрее, чем си. Все ли это поняли? Я имею в виду, что анимация просто очень полезна. Без этого, если бы это было просто статичное изображение, было бы немного сложнее, но анимация четко демонстрирует путь. Теперь очевидно, что проведение такого рода экспериментов в реальном времени лично было бы также интересно. Я имею в виду, вы знаете. Так что это не просто абстрактная концептуализация, даже несмотря на то, что это имеет отношение к делу. Я имею в виду, что это не самое сложное в мире, но в двух предыдущих примерах вам не обязательно их выполнять. Я имею в виду, что вы можете представить их себе и довольно легко понять, что происходит. Мне было бы интересно узнать, например, сколько именно экспериментов, например, сколько существует документации о реальных экспериментах, которые он проводит, или он просто теоретизирует у себя в голове. Это не подлежит обсуждению. Вот несколько расширенная формулировка той же проблемы. Все в порядке. Нам удалось трижды опровергнуть теорию относительности Эйнштейна тремя разными методами. А теперь давайте взглянем на то, как могла бы работать реальность. Итак, Ньютоновская физика, по крайней мере, не противоречит сама себе. Не так сильно, как это делает Эйнштейн. Мы уже доказали, что Эйнштейн, очевидно, просто часто сталкивался с растениями. Насколько это верно? И это и тоже это интересный, интересный момент, связанный с ньютоновской физикой. Опять же, это никоим образом не означает, что это правда, и мне нравится его формулировка здесь, потому что он говорит, что, по крайней мере, она не противоречит сама себе. Так что это может быть и неправдой. Очевидно, вам понадобятся доказательства, если это правда, но противоречие теории относительности, конечно, самоочевидно и очевидно, как он только что объяснил в терминах детского уровня. Мы проведем мысленный эксперимент, в котором используется в основном ньютоновская механика, и продемонстрируем, почему она все еще разумна, в то время как Эйнштейн, ну не так разумен. После Эйнштейна было сделано еще много открытий. Например, открытие черных дыр. Радиус Шварцшильда можно очень легко рассчитать с помощью ньютоновской механики, и он по-прежнему полностью уверен. Так что это о чем-то говорит, не так ли? Эта проблема возникла после 1919 года. Никто не хотел быть идиотом или выглядеть таковым, пытаясь пойти против Эйнштейна. Теперь, согласно здравому смыслу науки, чтобы заставить объект двигаться в бок, необходимо придать ему горизонтальную скорость. И эта горизонтальная скорость не должна влиять на вертикальную скорость. Единственная причина, по которой во многих задачах по теории относительности студентов заставляют изменять вертикальную скорость, заключается в том, что они настаивают на том, что Эйнштейн должно быть прав. Я имею в виду, что это одно из лучших замечаний, высказанных им до сих пор. Итак, все студенты, повторяю, этот парень был студентом, а не просто каким-то другим студентом. Я имею в виду, что этот парень двукратный золотой призер академических олимпиад, а также серебряный призер в трех различных областях, включая физику. Он также набрал 99 баллов. Не просто 99-й процентиль, а 99,9 процентиля. И теперь он сам является педагогом, инструктором и воспитателем. Так что он хорошо осведомлен об обеих сторонах обучения, как об обучении, так и о преподавании теории относительности. Здесь очень уникальная перспектива, и у него есть более двух мозговых клеток, которые нужно объединить, чтобы на самом деле подвергнуть сомнению то, чему его учат в этих центрах идеологической обработки лиги плюща. Так оно и есть. Он только что высказал замечательную мысль о том, что всех студентов заставляют решать уравнения определенным образом. Воображая, что Эйнштейн должно быть прав, экстраполируя и выстраивая карточный домик мошенничества. Теперь он действительно готов критически поразмыслить и сказать «подождите секунду». Если этот базовый слой карточного домика не соответствует действительности, то все, что последует за ним, также построено на ошибочном фундаменте и не соответствует действительности. Он только что очень хорошо это разъяснил. Давайте дадим корове ран-Z его реквизит. Да, конечно. Если вы начнете с предположения, что Эйнштейн прав, то придете к выводу, что Эйнштейн должно быть прав. Логическая ошибка в рассуждениях по кругу. Опять же, этот парень так хорошо разбирается во всем, что доступно пониманию детей. Есть ли кто-нибудь, кто не понял концепцию, которую он только что представил? Не обращайте внимания на уравнение. Я имею в виду, что он просто изложил это в очень простых и понятных терминах. Это не очень сложно, не так ли? Не так ли это рассуждение? Ну что же, это не так уж сложно? Суть в том, что мы уже несколько раз наблюдали ранее, что скорость альфа импульса света должна быть равна этой. И согласно здравому смыслу науки, она должна быть равна этой, а это больше скорости света. Так что давайте обведем это кружком, потому что это важно. А теперь давайте не будем использовать ментальные оковы второго постулата Эйнштейна, потому что мы доказали, что он неверен. И мы видим, что да, мы получаем разумный ответ. Вот некоторые из расчетов, которые мы используем в рамках ньютоновской механики и которые являются разумными. Ни один из них не противоречит сам себе. Внутренне они абсолютно не противоречивы. Согласно здравому смыслу науки, эти времена должны быть одинаковыми. И, как мы видели ранее, реальность должна выглядеть примерно так. Это Си, это явно Си, но все происходит медленнее. Так что это явно быстрее, чем си. Мы должны отметить, что экспериментальная реальность сочетается с добрым, старомодным, здравым смыслом, который, кстати, является очень плохим термином, потому что встречается так редко. Таким образом, реальность превосходит теорию относительности. Так всегда было, так всегда и будет. В этом есть много замечательного. И прямо сейчас я собираюсь привести цитату Николы Теслы. И он явно говорит об относительности и ее сторонниках. Цитирую, современные ученые заменили математику экспериментами. Они перебирают уравнение за уравнением и в конечном итоге выстраивают структуру, которая не имеет никакого отношения к реальности. Здесь приведена очень мощная цитата Николы Теслы, которая по сути в точности повторяет то, что только что проиллюстрировано в ИКАУ. Потому что если у вас нет экспериментов, подтверждающих математику, то сколько стоит математическая работа? Опять же, вы можете считать единорогов и умножать их сколько угодно. Я имею в виду, что может быть единороги и существуют на самом деле, но без доказательств существования единорогов какой смысл в математике? И запустите здесь z в своей презентации с помощью простой для понимания анимации. Очевидно, что эксперименты не поддерживают математику теории относительности. И, конечно, если вы хотите просто заняться чистой математикой, то, очевидно, Олег Д. Джефф это правильный путь, но он чрезвычайно сложный. Суть в том, что постулаты Эйнштейна — первый постулат в порядке вещей. Второй постулат совершенно не нужен, и он противоречит сам себе таким множеством различных способов, что совершенно беспочвенен. Однако, к сожалению, за 110 лет никому так и не удалось его опровергнуть. Так вот, да, Эйнштейн основывал свой второй постулат на некоторых разумных экспериментах. Проблема заключалась в том, что он на самом деле ни на секунду не задумался о том, что происходит, когда он применяет теорию к реальности. Ран Сикао, похоже, тоже без ума от этого. Мы обсудим некоторые проблемы в одной из последующих презентаций. Я надеюсь, что сейчас, по крайней мере, я верю, что все профессиональные ученые, которые посмотрели это видео, найдут его разумным. А теорию относительности менее, чем разумной. Сейчас требуется много мужества, чтобы встать и крикнуть, что император голый, но мы это сделали. И я надеюсь, что вы тоже согласитесь с нами и скажете, что нет, Эйнштейн должно быть ошибается. И таким образом в один прекрасный день физика снова получит возможность ориентироваться в реальном времени. А теперь перейдем к заключению. Даже помимо тех выводов, которые мы сделаем, которые покажут, что теория относительности имеет массу других логических пробелов. По сути, наши мысленные эксперименты продемонстрировали, что теория относительности Эйнштейна полностью неверна. Так что если она полностью не верна, очевидно, что мы должны перейти к несколько иной форме физики. Ньютоновская механика, по крайней мере, не противоречива. Это важно. Эйнштейны таковыми не являются. Так что теория относительности должно быть ошибочно. Сейчас я не говорю, что ньютоновская механика должна быть правильной. Я имею в виду, что это так красноречиво сказано. Как обычно, приверженцы сцентизма всегда просто галлюцинируют, что это доказано, или что все эти эксперименты показывают, что я сталкиваюсь со всеми этими ошибками о веществлении. Он ясно и лаконично заявляет, что ньютоновская механика также может быть ошибочной, как и относительно. Точно так же, как я всегда говорю об электромагнитных теориях, все они также могут быть ошибочными. Просто кажется, что они работают более последовательно. Так что, когда люди представляют новые теории, их, конечно, можно проверить на достоверность. Но они отчаянно цепляются за бессмысленные модели, основанные на вере. Я имею в виду, что, ясно, это большая проблема. Потому что только то, что это что-то внутренне непротиворечиво, не означает, что это обязательно правильно. Например, вы можете собрать модель, которая помещает Землю в центр Вселенной. И это было бы прекрасно в соответствии с теорией относительности или принципом относительности в том смысле, что ни одна система отчета не является более верной, чем любая другая. Другой кадр. На самом деле я бы с удовольствием послушал. Я имею в виду, что я не знаю, задумывались ли вообще об этом беглые коровы. Я бы с удовольствием послушал, как он обсуждает геоцентризм в сравнении с гелиоцентризмом и доказательства в пользу гелиоцентризма, которые не являются ошибочными. Если они у него вообще есть, или если он сделал что-то еще, в чем он обвиняет других, и просто предположил, что это было правильно. И он просто предположил, что гелиоцентрическая модель земного шара была правильной. Еще раз повторяю, я не утверждаю, что какая-либо модель верна или нет, но это просто внутренний вопрос. Было бы интересно услышать его доказательства, потому что я имею в виду, что этот парень такой умный парень. Однако это не значит, что это правильно. Однако по крайней мере это не противоречило бы самой себе, как это было с первоначальной теорией Коперника. Почему? Вы можете подумать, эй, подождите, а разве не Коперник предложил гелиоцентризм? Или в современную эпоху? Да, проблема заключалась в том, что он настаивал на идеальных круговых орбитах, которые Кеплер позже доказал как ложные. Так вот, мои эксперименты показывают, что 110-летнее ограничение скорости света на самом деле не является ограничением скорости. Хорошо, и так, мы пришли к некоторым другим выводам. Во-первых, во Вселенной должно существовать единое время, универсальное время, которое отсчитывалось задолго до того, как Земля существовала. И будет продолжаться еще долго после того, как Земля исчезнет. Так вот, если человек говорит, что его восприятие может определять время, как оно течет во Вселенной, то у этого человека, скорее всего, есть какие-то проблемы с эго. По сути, мистер Рансикоу прав. По сути, я правом. Или они считают себя действительно важными персонами? Если мы не располагаем доказательствами, мы приходим к выводу, что теория относительности Эйнштейна неверна. Все в порядке. Таким образом, импульс любого объекта должен соответствовать этому уравнению. Сюда входят скорости, превышающие скорость света или равные ей. Кинетическая энергия должна выглядеть примерно так. Она также включает скорости, превышающие скорость света или равные ей. Суммарная энергия должна выглядеть примерно так. Да, формула Эйнштейна, согласно которой и равно mc в квадрате, все еще является разумной. Так ли это на самом деле? Но это тема для другого подкаста. Это снова касается скоростей, превышающих или равных скорости света. Потому что мы показали, что скорость света не является ограничением скорости. Так вот, помимо того, что скорость света в вакууме не является ограничением скорости, ограниченная скорость света также неразумна. Без этих ограничений мы можем получить внутренне непротиворечивое мировоззрение. В то время как мировоззрение Эйнштейна, конечно, на первый взгляд может показаться симпатичным и может показаться, что нам не нужно прилагать больше усилий. Мы можем просто отказаться от идеи превысить скорость света. Конечно, но если присмотреться повнимательнее, то становится ясно, что это внутренне противоречиво. Это уже само по себе приводит к сбоям. Похоже, что Эйнштейн установил большую красную кнопку самоуничтожения где-то в своей теории. Еще одна теория, которую я на самом деле подробно не обсуждал, заключается в том, что если теория относительности Эйнштейна, очевидно, является таким мошенничеством, было ли это чем-то вроде внутренней шутки, точно так же, как некоторые из этих предсказательных программ и символики иллюминатов, или что-то вроде того, как серийный убийца звонит в полицейский участок и высмеивает их, это просто издевательство над массами, что они просто согласились с чем-то настолько очевидным, что это чушь собачья, и что все эти институты так называемые Науки построены на лжи, и все слишком тупы, чтобы это сделать. Пересмотрите это еще раз. Не является ли это чем-то вроде внутренней шутки элиты? И именно поэтому Эйнштейн всегда высовывает язык и смеется над всеми подряд, потому что это абсолютно лживая шутка, и весь мир купился на нее. В то время как так называемые кукловоды иллюминатов просто смеются над тем, что все купились на такую нелепую чепуху. Это всего лишь теория. Опять же, я не утверждаю, что это правда или не соответствует действительности. Так вот, в будущем об Эйнштейне и его уважаемых те. Теориях, конечно, будет отличная история. Почему? Потому что, по крайней мере, у него хватило смелости выйти и предложить их. Мы должны отметить, что во времена Эйнштейна это было время великих открытий. 1905 год, с 1905 по 1905 год был временем, когда физики, ну многие физики, начали немного успокаиваться. Поэтому они подумали, о, мы знаем все, что стоит знать. Эйнштейн потряс их до глубины души. Это было здорово. Еще одна проблема, связанная с тем периодом времени, заключалась в том, что они по сути разрешали любому публиковать все, что было математически обоснованным. Теории Эйнштейна были математически обоснованными, основанными на его постулатах. Учитывая целую кучу предположений в стопке карточек, и если вы галлюцинируете, что предположения верны, то это разумно. И его постулат. Его второй постулат о скорости света был основан на экспериментах нескольких людей, пытавшихся определить скорость света и то, является ли скорость света реальной или нет. Движение Земли повлияло на скорость света. Таким образом, в итоге они пришли к выводу, что для освещения не требуется среда. Это была волна, у которой не было среды. Хорошо, на самом деле это огромная проблема. Этот подкаст не для этого. Очевидно, что он говорит об эфире, эксперименте Майкельсона Морли, а также о множестве других предположений. То же самое произошло и с теорией относительности. Действительно ли Ранскал придерживается того же мнения, что по его утверждению все остальные придерживаются теории относительности? Это очень возможно. Он мог просто предположить это и не пересматривать, тогда как в случае с теорией относительности по какой-то причине он не просто предположил, а действительно пересмотрел. Что произойдет, если человек с его интеллектом действительно остановится и пересмотрит эфир электромагнетизм Теслу и некоторые другие теории. Сейчас Планку присудили Нобелевскую премию после того, как Эйнштейн опубликовал свои работы, но Планк все еще был очень знаменит. Так что это было время, когда корпускулярно-волновой дуализм света действительно был проблемой. Так что по сути это было бурное время в физике, и любой, у кого было что-то математически обоснованное, мог надеяться, что это будет опубликовано. Это не похоже на современные времена. В наши дни вам нужно заставить кого-то опубликовать что-то, что кажется разумным большинству ученых. И если они с вами не согласятся, они вас остановят. Это еще одно замечательное замечание Као. По сути это соревнование в популярности и защита статус-кво. Именно в этом суть культа сциентизма. Так что если большинство людей верит в неправильные вещи, именно поэтому апелляция к популярности и обращение к авторитету являются логическими ошибками. Потому что истина такова, какой бы она ни была. Истина остается истиной, независимо от того, верит ли в нее никто или все верят в нее. Так что еще раз спасибо Ранзет Келл за то, что указал на это. Так что Эйнштейну повезло. Ему не нужно было прибегать к тому, чтобы кричать из мыльницы, чем мы сейчас и занимаемся. Однако мы должны отметить, что нам еще предстоит достичь скоростей, превышающих скорость света. Сейчас вы, возможно, думаете, эй, подождите, если скорость света не является ограничением скорости, то почему это так? Мне придется вмешаться, потому что он еще даже не упомянул тахионы. Сейчас я не хочу пускать все под откос, весь этот подкаст, изучение и логический анализ, углубляясь в тему тахионов. Итак, согласно официальному описанию, тахионы теоретически движутся быстрее, чем частицы света, теоретизированные в 1967 году. Теперь, если вы ознакомились с подкастом ⁇ На заговор НЛО ⁇ где Терзинский на самом деле парень, который утверждает, что у него есть все эти доказательства того, что немцы спроектировали все эти продвинутые НЛО и даже летали на Луну и Марс, осуществляли пилотируемые полеты на Луну и Марс в 40-х и 50-х годах задолго до предполагаемой посадки НАСА. Так вот, он действительно упоминал тахионные двигатели или ускорители частиц и все эти устройства, задействованные в двигателях или двигательных установках этих НЛО. Что любопытно, поскольку эти документы якобы относятся к 40-м, 30-м или 40-м годам. Официальная версия утверждает, что они были теоретически разработаны в 1967 году. Другой подкаст. Как было переведено слово Тахион, которое он использовал? Есть ли оно в этих документах 40-х и 30-х годов? Это было бы интересно. И, как утверждается, в ходе экспериментов были зафиксированы частицы, скорость которых превышала скорость света. Мы не будем здесь вдаваться в подробности, но опять же, по крайней мере, их теория соответствовала официальному описанию 1967 года. Он даже не затрагивает их. Не уверен почему, но я просто хотел это отметить. Но давайте продолжим. Если Эйнштейн ошибается, то почему мы до сих пор не видели скоростей, превышающих скорость света? В другой моей статье, или скорее документе, я точно описал, почему современные ускорители по своей конструкции не могут надеяться превысить скорость света в своей собственной системе отчета. Теперь в этой статье я также описал ускоренную конструкцию, которая может превысить скорость света при условии, что она скорость не ограничена. Учитывая тот факт, что мы уже наблюдали излучение Черенкова, которое исходит от частиц, движущихся быстрее скорости света в своей конкретной среде. Ну что же, мы, вероятно, должны были бы наблюдать нечто достаточно похожее, когда речь заходит о реальных наблюдениях объектов, скорость которых превышает скорость света. Хорошо, так что он действительно как бы побывал там. Таким образом, излучение Черенкова действительно связано с тахионами. Я просто собираюсь прочитать этот супербыстрый отрывок из статьи на эту тему для тех, кому интересно. Это doi.org 10,007 года BFF 2756327. Аннотация, использующая принципы двойственности и тахионизации, показано, что тахион может испускать черенковское излучение только в сверхсветовой среде. А именно, что происходит, когда он перемещается в тахионной среде со скоростью меньшей скорости появления света в этой среде. Сделан вывод, что предыдущие экспериментальные поиски тахионов, как ожидалось, потерпели неудачу, поскольку были основаны на неверных гипотезах о том, что тахионы всегда будут испускать электромагнитное излучение, называемое излучением, даже в вакууме или в бродионной среде. И на самом деле это было опубликовано 1 марта 1974 года. Так что все это взаимосвязано. Мы не собираемся углубляться в эту кроличью нору дальше, потому что на самом деле речь не идет конкретно об этом. Но, по крайней мере, Ранси каким-то образом затронул эту тему. Мы должны иметь возможность наблюдать за ними не только с их траектории, но и спереди. Спереди в том смысле, что они могут столкнуться с вами. Теперь это должно казаться очевидным, если учесть, что теория относительности неверна. Однако, похоже, что многие ученые, похоже, забыли о том, что время не ждет. Если теория относительности не верна, то, конечно, во Вселенной должна быть одна временная база. А что еще должно быть правдой? Это также означает, что скоро наступит эпоха, когда скорость света будет превышать скорость света. И мы сказали, что это произойдет, если теория относительности не верна. Что же мы доказали, что это так? Поэтому я надеюсь, что ученые согласятся со мной и спасут человечество, ведя нас в эпоху сверхсветовой скорости. Сейчас очевидно, что он, похоже, не в курсе некоторых других теорий Тржинского и других ученых, но, возможно, это уже произошло с нами. Как уже говорилось ранее, мы должны отметить, что совершать ошибки в науке это совершенно нормально и, конечно, очень респектабельно. Почему? Потому что, по крайней мере, у вас хватает смелости выйти и что-то сказать. Ну, конечно, если есть ошибка, то ее исправление тоже достойно уважения. Давайте что-нибудь исправим. Вот примечание в конце, которое действительно следует отметить в отношении всей теории Эйнштейна. Он, по сути, утверждал, что только самые умные ученые могли его понять. Это тот же трюк, что и с новой одеждой императора. На самом деле он прав, говоря, что лишь очень немногие ученые смогли по-настоящему понять его теорию. Почему? Потому что это говорит о том, что только очень умные ученые могут по-настоящему понять его. И дело в том, что любой действительно умный ученый, который... Ну, в общем, любой, кто понимает его теорию с самого начала, и не сразу говорит, чувак, это неправильно. Это явно не один из этих немногих умных ученых. Акцент делается на умных. Этот парень довольно забавный. Так что, прежде чем смотреть это видео, подумайте о том, что вера в теорию относительности вполне понятна. Это естественно. Почему? Потому что вас учат теории относительности. Вас учили теории относительности на протяжении последних ста лет. Ну, я имею в виду, что людей учили теории относительности на протяжении последних ста лет. Так что разумно поверить в теорию относительности до того, как вы посмотрите это видео. Если после просмотра этого видео вы продолжите верить в теорию относительности, что же, это ваш выбор. Но я надеюсь, что настоящие ученые Но больше не будут верить в теорию относительности, по крайней мере в соответствии с рекомендациями их предшественников. Тем не менее, вы все равно должны верить в принцип относительности. Почему? потому что первый постулат не подлежит обсуждению. Каждая инерциальная система отчета одинаково справедлива. Ни одна система отчета не является более обоснованной, чем другие. Теперь, конечно, мы должны отметить, что настоящим ученым даже после просмотра этого видео, вероятно, все равно придется обучать своих студентов теории относительности по той простой причине, что учебные программы меняются не так быстро. Вот еще одно замечательное замечание. Независимо от того, насколько это неправильно, или насколько они понимают, что это неправильно, если вы являетесь частью механизма создания культа сциентизма, вы будете учить неправильным вещам, даже если вы знаете, что это неправильно. И это действительно разоблачает эту религию. Поэтому, когда вы будете учить своих студентов этому, убедитесь, что вы также объясняете им тот факт, что теория относительности неверна, и, конечно же, отсылаете их к этому видео. Как мы знаем, только очень смелый человек может встать и крикнуть, что император голый. И, конечно, только очень смелый человек может встать и заявить, что теория относительности неверна. Я единственный за последние 110 лет, кто наконец доказал, что теория относительности неверна. Не является ли это проявлением эгоизма в том, что здесь работает ЭКО? Я имею в виду, что очевидно сотни ученых утверждали, что это неправильно. Я не знаю, какие доказательства они представили. Сейчас их уже не так много. Большая часть из них была вычеркнута из истории. Осталось всего несколько упоминаний. Но Джефф Аменко. Не забывайте о Джефф Аменко. Так что спасибо вам всем за просмотр и, конечно же, спасибо мистеру Эйнштейну за то, что он сумел дать мне шанс доказать, что он ошибается. Исправить свою ошибку 110-летней давности. И спасибо вам за все эти рекомендации. И это тоже. И наше последнее заявление, которое мы должны сделать сегодня, которое я должен сделать сегодня, заключается в том, что 2015 год следует отметить как год, когда теория относительности Эйнштейна была окончательно опровергнута, а 2016 год должен стать началом эры сверхсветовой скорости. Если вы смотрите видео на YouTube, Пожалуйста, посмотрите ниже на странице, в разделе описания видео, и там вы найдете ссылки на два моих файла. А именно на теорию относительности великой ошибки, первоначально озаглавленную пересмотр теории относительности и превышение скорости света. Далее будут еще видео, в которых я расскажу о других выпиющих ошибках, которые я обнаружил в теории относительности. И о том, почему я считаю, что это заслуживает название Великая ошибка. Это видео представлено вам мной Ранзей Цао, и это видео также иллюстрирует, как это делается. И я считаю, что поколение физиков, которые сейчас смотрят, должно знать эту ссылку. Это как раз тот случай, когда гора рушится из-за того, что Галька осмеливается выставлять себя в качестве камней для спотыкания. Спасибо, что наблюдаете за нами. Хорошо, вот вам и презентация RANZ.Cao, на которую я много раз ссылался в прошлом, а затем мы просто обсудили ее там. На самом деле я собираюсь остановиться еще на одном моменте, просто для того, чтобы окончательно закрепить понимание и развенчание теории относительности. Кроме того, я хочу сказать, что сейчас я упомяну об этом очень быстро, пока не забыл, что был еще один греческий веб-сайт. Там был греческий физик и математик. Я больше не могу найти его веб-сайт. Это было еще во времена Джоусатес или может быть трипод. Я имею в виду, что это был действительно старый веб-сайт но на нем были действительно простые эксперименты которые вы могли бы провести сами чтобы опровергнуть теорию относительности к тому же в понятных терминах я думаю что он был и на греческом и на английском языках так что там были описания на английском и на обоих языках если кто-нибудь из слушающих действительно помнит кто это потому что я не знаю не так уж много людей готовы выступить против религии сциентизма и церкви относительности и я не уверен, у скольких людей в Греции в свое время действительно был свой собственный веб-сайт, посвященный этому вопросу. Так что я не знаю, когда этот веб-сайт был впервые запущен, но он должен был появиться в сети примерно в начале 2000-х годов. Так что если кто-нибудь сможет найти это, я не помню имени этого парня, но это было просто еще раз. Легко понять простые термины. Никаких видео, только диаграммы, объяснения экспериментов, явно опровергающих теорию относительности. Итак, теперь мы перейдем к глупцам, которые утверждают, что Лего обнаружил гравитационные волны, которые каким-то образом доказывают теорию относительности. Давайте обратимся к этому распространенному аргументу приверженцев сциентизма. Итак, еще раз повторю, это аргумент для сторонников теории совпадений. Так совпало, что через сто лет после предсказания Эйнштейна в 2016 году гравитационные волны были обнаружены через сто лет после предсказания Эйнштейна в Лигоу. Таким образом, предполагаемое наблюдение гравитационных волн от сталкивающихся черных дыр Теперь все ссылаются на это и на существование гравитационных волн и так далее и тому подобное. Чего люди не знают, так это того, что данные были введены в компьютер. Так что для тупиц, которые воображают, что все это теория заговора сумасшедших сайтов, вот что написано на официальном сайте ЛиГО LIGO в LIGO.org. Доверчивые тупицы, ученые и культисты. Перейдем прямо к источнику, который они до сих пор игнорировали, потому что их когнитивный диссонанс настолько велик. Их умственная слабость настолько велика, потому что они считают богохульством любое разоблачение их религии как мошенничество. Так что вы можете зайти на сайт www. .news проводит слепую инъекцию. Здесь есть PHP и полный доступ к нему. Стресс-тесты Лиго и Верго для поиска гравитационных волн с помощью слепой инъекции. Научное сотрудничество Лиго и Вербал Коллаборейшн завершили комплексное системное тестирование своих возможностей обнаружения на недавнем совместном совещании в Аркадии, Калифорния. Анализ данных последних наблюдений Лигу и -Гоу вывел свидетельство неуловимого сигнала от нейтронной звезды, превращающейся по спирали в черная дыра. Сотрудники коллаборации знали, что обнаружение будет осуществляться вслепую. Ложный сигнал был добавлен к данным без уведомления аналитиков. Позвольте мне повторить это еще раз для всех тупиц типа Даннинга, Крюгера, теоретиков совпадений и приверженцев сцинтизма. Сотрудники коллаборации знали, что обнаружение будет сделано вслепую. Ложный сигнал был добавлен к данным без уведомления аналитика. Так что те, кто думает, галлюцинирует и использует подставного человека, в чем должны были бы участвовать все ученые, и все это было фальшивкой, очевидно нет. Они сами признают, что не говорят об этом аналитикам. Так что все ученые счастливы, хлопают в ладоши и празднуют ура. Мы открыли гравитационные волны, хотя все это было фальшивкой. А теперь скажите, сколько раз им приходится это подделывать, а потом все притворяются, что в следующий раз все было по-настоящему. Теперь вы понимаете, что это странно. Я имею в виду мошенника, который совершает мошенничество так много раз. Поверите ли вы им, когда они скажут, что не совершают мошенничество? Еще раз повторю, я не утверждаю, что гравитационные волны нереальны. Я просто говорю, что если они по общему признанию регулярно делают слепые инъекции, то почему кто-то должен верить, что реальный сигнал, так называемый реальный сигнал, не был просто слепой инъекцией? Я имею в виду, насколько же надо быть невежественным тупицей, чтобы вообразить, что этим людям можно доверять. И, судя по всему, они делали эти инъекции вслепую много раз. Я не собираюсь пересказывать здесь всю статью целиком. Я уже указал URL-адрес. Вы можете ознакомиться с ней здесь. А теперь, если этого недостаточно, давайте рассмотрим дополнительные неопровержимые доказательства этого мошенничества. Вот еще кое-что, о чем я упоминал по крайней мере один раз в других видеороликах. Терия Апофисис – очень интересный канал на YouTube. На самом деле он также рассказывает о Джеффе Аменко и разрушении теории относительности, полном демонтаже теории относительности. У него также есть очень интересное видео, где он снова занимается настоящей наукой. Он проводит эксперименты с магнетизмом, которые вы могли бы провести сами. Итак, он рассказал об обнаруженных гравитационных волнах и предполагаемом оборудовании, используемом для их обнаружения, а также о предполагаемом сигнале, который они получают один раз и больше никогда. Какова вероятность того, что мы даже ничего не обнаружим? Находится ли это в пределах допустимой погрешности из-за неисправного оборудования? Теперь доверчивые тупицы ученые и культисты даже не задумываются об этом. Они думают, что все научные технологии абсолютно безошибочны, так что давайте посмотрим это видео здесь, потому что оно очень-очень интересное. Хорошо, и снова у нас есть несколько ученых-идиотов, которые ищут рекламы для получения большего финансирования, чтобы сохранить свою работу. Сегодня было объявлено, что обсерватория гравитационно-волновой лазерной интерферометрии, две из которых расположены в Соединенных Штатах и одна в Италии, была использована для триангуляции. Один из них находится в Луизиане, другой в Вашингтоне. Это лазерные интерферометры, и предполагается, что с их помощью можно подтвердить теорию гравитационных волн Эйнштейна. Так вот, они этого не сделали. Давайте на самом деле взглянем на то, что вы можете продемонстрировать здесь на вашем столе. На самом деле это пример лазерной интерферометрии. А теперь, прежде чем я перейду к демонстрации, давайте продублируем бинарные объекты. Я собираюсь использовать пару магнитов прямо здесь. У нас есть северный полюс здесь, южный полюс здесь, северный полюс здесь, южный полюс там. Давайте на самом деле продемонстрируем, что находится под дикой клеткой. Но давайте сначала поговорим о том, что они на самом деле обнаружили. И давайте взглянем на их заявление. Хорошо, когда они заявили, что когда гравитационная волна проходит через интерферометр и лазерный интерферометр, но это не так. Пространство-время в локальной области изменяется. Вот что они утверждают. Ну что же, это чушь собачья. Происходит замедление фазового сдвига электромагнитных волн. Существует магнитудная мера, а пространство не обладает никакими свойствами и не может изменять модальность поля. Никаких доказательств этого не существует. Точно так же Тесла и другие заявляли, что пространство не обладает никакими свойствами, и поле, конечно же, никогда не имело и не могло бы заканчиваться в пространстве. Пространство — это не конечный пункт. Далее они заявляют, что в зависимости от источника волны и ее поляризации, диэлектрическая ускорение не имеет абсолютно никакого значения. Полярность и далее они заявляют, что в результате происходит эффективное изменение длины одного или обоих резонаторов. Эффективная длина изменения промежуток между лучами приведет к тому, что световой поток в резонаторе будет очень незначительно расходиться по фазе с поступающим светом. Ну что же, это ключевой момент, которого они не понимают. Таким образом, резонатор будет периодически очень незначительно выходить из резонанса, и лучи, настроенные на деструктивные помехи в детекторе, будут периодически иметь очень незначительные отклонения в настройке. В результате получается измеримый сигнал. Ну что же, это результат, который вы можете увидеть под любой дикой клеткой, и это измеримый сигнал. Как всегда, это чертов вихрь, который, как они утверждают, они обнаружили. Так что давайте взглянем на пару бинарных объектов здесь, на втором снимке. Давайте взглянем на несколько фотографий под фероэлементом, на которых показано замедление фазового сдвига электромагнитного излучения. Хорошо? Здесь вы действительно можете увидеть заостренные узоры там, где у нас северный полюс магнита, а здесь южный полюс. На самом деле они смещаются по фазе к центральной точке. Здесь вы можете увидеть то же самое: у нас есть оба магнита. На самом деле, прямо здесь у нас есть вихрь с нулевой точкой, поскольку они на самом деле закручиваются по спирали. Я покажу вам это во втором примере, используя ячейку с наконечником. Так вот, они утверждают, что были свидетелями этого, но они не понимают. Видите ли, наблюдение ⁇ это одно. Объяснение совсем другое. Именно здесь все понимают все неправильно. Все хорошо, мы провели наблюдения, и они воспроизводимы, и они действительно ждали много месяцев, прежде чем действительно объявили о своих наблюдениях. Так что я должен отдать им должное за это. Но то, что они объяснили, определенно не соответствует действительности. Их наблюдения не являются неверными, поскольку они предлагают свои собственные объяснения и понимание теории симплексного поля. Это не что иное, как это. И это классическая электромагнитная теория, электромагнитное замедление и теория относительности. Но речь идет не о теории относительности. Это доказательство того, что классическое электромагнитное замедление опровергает теорию относительности. Кстати, этот парень, доктор Олоде Джефф Минка, недавно скончался. У него несколько докторских степеней. Он был ярым критиком. Это был профессор, занимающийся бесконечной математикой в этой книге Ярый критик теории относительности. Доказательство того, что, например, спутниковая коррекция GPS имеет какое-то отношение к доказательству теории относительности он опроверг. Он написал много книг. Вот еще одна его работа. Гравитация и совместное тяготение. Далее он утверждает, что в приложении к одной из своих книг он точно объяснил, что такое гравитация и, конечно же, не Эйнштейн. Таким образом, ускорение вихря в легкой фазе Фазовый сдвиг и замедление фазы электромагнитного излучения ничем не отличаются от того, что видно под ячейкой фараона. И вы можете сослаться на эту книгу. Она довольно тяжелая. У большинства людей от нее взрываются мозги. Вся ошибочность этого открытия заключается в том, что в нем используются пиротехнические полости фабра, что, конечно, полностью подтверждает мою точку зрения. В этих тканевых пиротехнических полостях используется отражатель луча, который перемещается взад и вперед, чтобы фактически доказать их утверждение. Ну что же, их наблюдения верны, но объяснение совершенно неверно. Световой вихрь, возникающий из-за диэлектрического ускорения, ничем не отличается от света, проходящего через магниты в ферроэлементе. Кстати, вы знаете, что по их наблюдениям, между этими двойными объектами действительно возникает фазовый вихрь. Ну, на самом деле это не совсем объекты. В противоположном пространстве есть нулевые точки, которые люди называют черной дырой. Это точка, где диэлектрическое ускорение фактически преодолевает возможность для проявления. Это что-то вроде абсолютной дыры, за исключением, конечно, того, что пространство — это ничто. Пространство — это отсутствие инерции, а время — это ничто иное, как мера величины. Итак, то, на что вы смотрите, — это полное отсутствие диэлектрика из-за невероятного ускорения диэлектрика. Так или иначе, эти бинарные объекты, я использую здесь слово «объекты» в просторечии, так вот, они не нашли никаких свидетельств Эйнштейновского пространственно-временного, а скорее симплексного диэлектрического ускорения. Вы знаете, что пространство не обладает никакими свойствами из-за редких фракций и сжатий электромагнитной фазы. Как я уже сказал, время — это всего лишь мера величины. Таким образом, они рассматривают только фазовое замедление электромагнитного излучения высокой емкости. Я использую лазерный интерферометр. Таким образом, лазерный интерферометр используется для фактического измерения фазового замедления электромагнитного излучения высокой емкости. И они говорят, что это гравитационные волны. Нет, это не так. Это симплексное диэлектрическое ускорение. Фазовое подавление происходит, когда диэлектрическое ускорение не совпадает по фазе и усиливается, когда оно совпадает по фазе. Это поведение ничем не отличается от той сцены, когда свет проходит через щель. Не существует силы тяжести, которая была бы автономной модальностью поля. Это симплексное диэлектрическое ускорение. Эти идиоты просто добиваются увеличения государственного финансирования. Вы знаете, классическая теория электромагнитного поля объясняет наблюдение Аллаха, Тесла и Максвелла. Они идиоты Эйнштейна с его извращенным мозгом и искаженной пространственно временной чепухой. Так что давайте взглянем на то, на создание чего эти идиоты потратили бесчисленные, бесчисленные, бесчисленные миллионы долларов. И давайте на самом деле имитируем, точно то же самое можно сделать, используя двоичный объект под ячейкой наконечника. Позвольте мне выключить свет. И давайте поместим его вот здесь, внизу и подождем, пока изображение проявится. Вы действительно можете увидеть, что это магнит расположены здесь вертикально, и еще один вот здесь, с другой стороны. Упс, я перевернул его туда. Вот так. Давайте подождем, пока изображение проявится под наконечником. Итак, вы видите эти яйцевидные формы. Вот здесь находится магнит, а вот здесь вот этот магнит. На самом деле все они приближаются к нулевой точке в центре изображения. Все они приближаются к нулевой точке. Если вы действительно посмотрите в самый центр, прямо здесь, вы действительно увидите пустоту. И это вместо того, чтобы я использовал здесь четыре полюса вместо инструмента А2, но это точно то же самое. Если вы на самом деле хотите заблокировать либо пару, они расположены с обеих сторон, вы закрываете эту пару, или закрываете эту пару. Это в точности то же самое, о чем они сообщают, что видели. И это не что иное, как симплексное замедление фазового сдвига электромагнитного излучения. Это похоже на ВАУ. Это просто классическая электромагнитная теория Аля Тесла, Фарадей Стеймитс, Оливер Хевис, Джеймс Клерк Максвелл. И она не имеет никакой поддержки, и какая бы то ни была основа для подтверждения всего, что говорит Эйнштейн. То, что вы на самом деле видите здесь, это, знаете ли, белая окантовка, темная окантовка, белая окантовка, темная окантовка. Это также замедление фазового сдвига электромагнитных волн. Вы знаете, мать природа на самом деле очень простая девушка. Она работает только на двух принципах: силе движения, инерции и ускорение. И во Вселенной есть только четыре вещи, которые нужно понять: это сопротивление, емкость, Проницаемость, магнитная проницаемость и диэлектрическая проницаемость. А теперь давайте действительно включим эти магниты. Боже мой, только посмотрите на это. Это выглядит как один магнит, но на самом деле их два. Другими словами, когда вы смотрите на любой из полюсов таким образом под ячейками фараона, все выглядит точно так же, как и при использовании одного магнита. О, какой шок. Это было бы доказательством платоновской несоизмеримости. Но это в точности то же самое, о чем они сообщают в своем собственном видео. На самом деле вы видите вихрь бинарных объектов, вращающихся вокруг точки, нулевой точки максимального ускорения инерции. Является ли это каким-либо доказательством существования гравитационных волн Эйнштейна? Нет, это простая электромагнитная теория. Это очень, очень простая электромагнитная теория. Это вовсе не доказывает Эйнштейна. На самом деле, все, что она делает, это подтверждает теорию Теслы, Джеймса, Клерка Максвелла. Ни черта не изобрел. А те небольшие идеи, которые у него были, он позаимствовал у Ханвея Пуанкаре и других. На самом деле, об этом написано много книг. Это всего лишь классическая теория электромагнитного поля, которая объясняет наблюдение Теслы и Максвелла. Видите ли, на самом деле они делают очень убедительные заявления о том, что они не делают правильных наблюдений, но делают неправильные выводы и объяснения, что является огромным научным заблуждением. Огромным. Вы же знаете, что вы можете наблюдать все, что угодно, и вы можете воспроизвести результаты. И вы можете сказать, ну, вы же знаете, что Солнце восходит на востоке и заходит на западе. Это похоже на то, что вы сделали огромное открытие. Ну что же, объяснение в том, что там, в небе, есть команда единорогов, а также небесный Бог, который перемещает Солнце с одной стороны Земли на другую. И вы знаете, поскольку я сделал это открытие, то, следовательно, мое объяснение также является правильным. Нет, так не работает. Так не работает. Значит, их наблюдения верны. Но это всего лишь симплексное замедление фазы электромагнитного излучения высокой емкости. Это электромагнитное замедление. Боже мой, классическая теория, которая принадлежит Тесли, Фарадею, Стейнмецу, Оливеру Хависайду и Джеймсу Клерку Максвеллу, не имеет ничего общего с гравитационными волнами. А где же математическое обоснование электромагнитного замедления? Ну что же, я предлагаю вам, если вам интересно узнать об этом, купить эту замечательную книгу доктора Оливда Джеффеминга, и вы все поймете, если только ваша рука не взорвется. Все очень-очень просто. Гравитация и холодное притяжение не имеют ничего общего с гравитационными волнами. Мы говорим о фазовом подавлении диэлектрического ускорения бинарного объекта. Здесь мы имеем дело с бинарным объектом, вызывающим фазовое подавление, поскольку он взаимно движется вокруг точки, где нет максимального ускорения. Или центра тяжести, если хотите. Это то же самое, что ураган. Вы знаете, что в эпицентре урагана ничего нет. В отличие от центра тяжести, в центре тяжести нет силы тяжести. О нет, ну что же, это гравитационные волны. Вы видите эти световые волны? Здесь то же самое, только я использую квадратуру вместо полярной. Я имею в виду, что эти идиоты потратили миллионы долларов и хотят получить еще миллионы долларов финансирования. Вот почему они сделали громкое заявление для прессы. Потому что они хотят больше денег для увеличения финансирования. Потому что это, знаете ли, увеличит их рабочие места на следующие 20 лет. И они будут искать то, что уже 80 лет назад было объяснено классической электромагнитной теорией. Ну что же, боже мой, давайте изобретем велосипед заново и запросим за это кучу денег. На самом деле они много лет совершенствовали лазерный интерферометр. Так что на самом деле это ретродуктивный прибор. То, что они на самом деле делают, это оправдывают стоимость модернизации, на которую они уже потратили много миллионов долларов. А также дополнительно ищут дополнительное финансирование. Таким образом, сегодняшнее громкое научное заявление было ничем иным, как куча дерьма, сделанной кучкой безмозглых ученых, у которых больше денег и больше возможностей. Снаряжение больше, чем мозгов, и они ищут достаточное финансирование, чтобы сохранить свои задницы на работе. Боже мой, какая неподвластная времени история о глупости, невежестве и обмане. Ура! Мы открыли нечто такое, что Тесла и Джеймс Клерк Максвелл уже поняли и о чем писали десятилетия назад. Вы потрясающий человек. Это не так. Итак, еще раз, на чем основана настоящая наука. Я имею в виду, что здесь мы имеем дело с эмпиризмом. Вы можете эмпирически проверить эти магнетические принципы. Так действительно ли это была симплексная электромагнитная фазовая скорость дроби или замедление? Или это были предполагаемые гравитационные волны и эти повторяющиеся эксперименты с вводом данных и тесты, в которых они признаются в мошенничестве при вводе данных. Даже не сообщая аналитикам, которые получают эти данные, тогда они все счастливы. Я имею в виду, что здесь происходит какое-то почти эмоциональное насилие. Я имею в виду, что вы обманываете людей, заставляя их думать, что они открыли эти великие доказательства физики и науки и совершили эти скачки в области человеческих знаний, в то время как вы просто притворяетесь. In, in human knowledge. Я имею в виду, что это низко. Это низко, но типично для сциентистского культа. Так что, надеюсь, все нашли еще один выпуск подкаста «Шок разума», посвященный логическому анализу физики и науки в сравнении с сциентизмом, интересным и занимательным. Потому что забавно смеяться над этими тупицами из сциентистского культа Даннинга Крюгера, которые притворяются, что их религия на самом деле является наукой. Это довольно забавно, но даже дети, я имею в виду, что здесь все на уровне детей. Даже маленькие дети, Дети могут это понять, а взрослые, которые считаются функциональными, просто слишком невежественны, чтобы понять эти очень простые понятия. Если вам понравился подкаст MindShock, вы можете сделать пожертвование на наш PayPal. Помогите поддержать подкаст MindShock. Помогите нам выпускать больше контента, шокирующего сознания, с логикой и здравым смыслом во главе, возвращая его в мир, где он быстро вымирает. Вы также можете стать подписчиком YouTube прямо здесь, на YouTube, чтобы получить доступ к эксклюзивным трансляциям и чатам. Убедитесь, что вы подписаны на канал, убедитесь, что у вас включены уведомления. И если вы все еще не получаете уведомления о последнем подкасте. Просто убедитесь, что вы комментируете намного больше на всех видеозаписях. Именно так работает алгоритм YouTube. Ставьте лайки и делитесь ими в Twitter, Facebook, Reddit, Patreon. Клиенты должны быть готовы к совместным запросам на подкасты с логическим анализом тематики кейсов. Вы также можете быть гостем подкаста в зависимости от вашего уровня. Вопросы, комментарии, теории, мысли, предложения, опровержения, опровержения любого рода оставляйте в разделе комментариев. Это Брюс Магуайр, подписывающий контракт. Увидимся в следующий раз, ребята.